Всем доброе утро. 8 апреля, понедельник. Вы смотрите Breakfast Show на одноименном канале. С вами авторка и ведущая подкаста «Коллективный Запад» Александра Филипенко. И журналист 7 на 7 Максим Поляков. Сразу поставьте, пожалуйста, нам лайк. Но это наша традиционная программа. Ну а мы перейдем к выпуску новостей с Юлией Панкратовой. Всем привет. Последние новости к этому часу. Пик наводнения в Оренбургской области состоится. Пик паводка в Оренбургской области ожидается к 10 апреля. Простите, пожалуйста, сегодня 8-е. То, что мы сегодня вам расскажем, кажется, это еще цветочки. Начну с цифр. По последним данным, в Оренбургской области затоплено более 10 тысяч жилых домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Эвакуированы 6 127 человек. Я немного побаиваюсь сейчас точных цифр, они могут становиться неактуальными. Наиболее сильно пострадал Орск, там ситуация критическая, часть города по-прежнему остается без света и воды, люди отмечают ухудшение мобильной связи в нескольких районах. За медицинской помощью обратились 99 человек, некоторые из них с острым кишечным расстройством, причина – питьевая вода из-под крана. Кстати, накануне в больницах Орска прекратили оказывать плановую медицинскую помощь. В случае необходимости пациентов отправляют в Оренбург. Что касается самого Оренбурга, там ухудшается ситуация. Вот на данный момент эвакуировано 428 человек, но цифры могут меняться. Опасность угрожает и Курганской области. Прогнозы по паводку там резко ухудшились. Уровень воды может подняться выше 9 метров. В списке территорий, где ожидают подтопления, более 60 населенных пунктов. В некоторых проводится превентивная эвакуация. Губернатор Курганской области, это такая сейчас краска в нашем выпуске, приехал на дамбу в Вороновку, которая вошла в число населенных пунктов, в котором грозит подтопление. Он заявил об угрозе дамбе из-за жителей. Цитата. «К сожалению, как рассказали коллеги, во многих местах грунт с дамбы растаскивался местными же жителями, которых она защищает. Жители растаскивали якобы грунт на свои участки». Ну вот выясняется, что виноват Урал, виноват гидромедцентр. И народишко не тот. Еще о природных явлениях. На территории Северной Америки можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Оно будет заметно в Мексике, в США и в Канаде. Полное затмение Солнца происходит регулярно, но не очень часто. Следующее будет только в 2026 году. Затмение продлится 4 минуты. К нему готовятся и ученые, и обыватели. Исследователи будут запускать ракеты по траектории движения тени, наблюдать в зоопарках за животными, посылать радиосигналы по всему миру и направлять небо камеры и телескопы. Главное, чтобы не было облаков. Два человека, которые следили за пожарной безопасностью в Крокусе, стали фигурантами дела о халатности. Это ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды концертной площадки. Напомню, очевидцы рассказывали, что в Крокусе после поджога не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления и не включилось аварийное освещение. Владелец Крокуса Агаларов уверяет, что все противопожарные системы находились в исправном состоянии. И тем временем Первый канал и Россия одновременно показали идентичные видеодопросы обвиняемых в теракте в Крокусе. Обвиняемые назвали имя своего координатора. По их словам, с ними на связь выходил некий Сайфуло. Он обещал по 1 000 000 рублей каждому. Мужчина заявляет, что заказчик теракта якобы обещал провести их через украинскую границу. Для этого со стороны Украины она была разминирована. Ну и я напомню об окне на украинской границе. Ранее заявлял Путин. Его версию об украинском следе поддерживают высокопоставленные российские чиновники, по крайней мере, публично. И вот это как раз и есть полное затмение. Около полуночи в Тверской области задержан вероятный подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье. Его вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке. Напомним, как развивались события. Накануне вечером в поселке Фрианово было совершено нападение на двух полицейских. Один убит, второй находится в реанимации. Все произошло во время рейда против закладок наркотиков. Нападавший скрылся с места на мотоцикле. Несколько раз он был замечен на трассах в Подмосковье. Однако догнать его не удавалось. Там несколько часов длилась погоня. Вообще настоящий детектив. Я наблюдала несколько часов за этим. На поиски был поднят практически весь личный состав подмосковного МВД. На работу вызвали сотрудников, которые находились в отпусках. Сейчас задержанный отрицает свою причастность к преступлению. Таковы главные новости к этому часу. До встречи.
Ну, а мы возвращаемся в эфир и спешим сообщить. Спешим сообщить, что необходимо, конечно, поставить лайк немедленно и подписаться, если вы еще не подписаны на канал. И также вы можете отправлять, откуда вы смотрите Breakfast Show, и тогда ваш город появится на интерактивной карте. Ну, мы ее подробно посмотрим в конце программы. Еще одна опция — прислать фотографии, как вы смотрите Breakfast Show. Вы найдете, мы сейчас кинем и бот, вот ссылочку в наш чат. Туда можно эти фотографии отправлять. Очень много милых фотографий. Фотографии с животными, с кофе, с газетами, которые лежат на столе такие. Знаешь, сначала брекфаст-шоу, потом газеты. И мерч. И конечно. Мерч, конечно, и мерч. Ну что, давай тогда переходим в первую очередь, да, к новостям. В первую очередь к новостям. И, конечно, мы все следим за тем, что происходит в Орске и вообще в Оренбургской области, а теперь уже и в Казахстане. И коротко хотим напомнить, как развивались события. Вот этот прорыв дамбы в пятницу произошел и на левом берегу реки Урал. А в субботу уже правобережная. Дамба была разрушена. Правая бережная дамба, вторая дамба была разрушена. Вода стала прибывать в город очень стремительно, и к вечеру субботы в Орске были затоплены 2500 домов. Это еще только в субботу произошло. За первый день эвакуированы более 1100 человек. Опять же, напомню, это только в субботу происходило. Волонтеры и местные жители на лодках обследовали затопленные районы. Вот как это все происходило, вот как это все было. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо, но ничего, Саня, не сделаешь. У людей у всех тут жопа, тут народу просто... Да, ну там, в общем, непечатные слова в этом в видео звучат. 6 апреля пришла вода и в поселок Никель, это Орский поселок, там объявили экстренную эвакуацию, и по улицам ездили машины служб спасения, и сотрудники МЧС просили жителей покинуть дома. Давайте тоже посмотрим. Возьмите с собой теплые вещи и документы. И просматривайте пункты разрешения. Многие жители Орска стали помогать спасателям. Они приезжали на своих машинах в затопленные районы и вывозили людей, использовали свои собственные лодки. И очень много таких видео в телеграм-канале orsk.ru. Вы можете тоже посмотреть их. Те, кто не успел выбраться из затопленных районов, их эвакуировали на лодках. На этих кадрах видно, что пожилые люди и дети в первую очередь были эвакуированы. Вот на всех этих видео как раз тоже это можно посмотреть. Смотреть в телеграм-канале orsk.ru. Затопленным оказался питомник оренбургские хаски. Его хозяин вместе с собаками был заблокирован в зоне подтопления больше суток. Собак спасали несколько десятков местных жителей. Вообще в субботу и воскресенье люди забирали собак и кошек, оставшихся вот в домах. На лодках приплывали эти люди. А в городе открылся временный пункт временной передержки пострадавших животных. Ну и да, вот эти вот видео как раз с животными, наверное, да, очень тоже и трогательные. Я хочу еще отметить, что хозяин этого питомника оставался с животными до последнего, и он самый последний был оттуда эвакуирован. Вот как Орск выглядел в субботу. На съемке с дрона как раз видно, что в зоне затопления оказались тысячи жилых домов. Ну а теперь несколько важных деталей. 3 апреля, то есть за 2 дня до прорыва дамбы, мэр Орска Василий Казупец опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что он осмотрел дамбу и сказал, что угрозы затопления нет. А глава МЧС Александр Куренков не сразу прилетел в Орск. Владимир Путин 6 апреля поручил ему срочно, я прошу заметить, 5-го все началось, катастрофа начала развиваться 5 апреля, а вот срочно 6 апреля нужно было отправиться в Оренбургскую область. Прокуратура сообщила, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за ошибок в обслуживании. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил строительной безопасности и халатности. При этом у обеих дамб есть паспорта объекта. Там были прописаны сценарии прорыва этих дамб. Возможный ущерб оценивался в 5 миллиардов рублей. Но, судя по видео и фото, судя по тому, что мы видим, что происходит в Орске, наводнение оказалось гораздо сильнее того, к которому готовились власти в случае прорыва дамб. Сейчас в зоне затопления находится больше 4500 домов. И, судя по всему, это не конец. Пик паводка, как Юля говорила в новостях, ожидается в среду. Об этом сообщают синоптики. И о том, почему произошел прорыв дамбы и о последствиях этого ужасного чрезвычайного происшествия, мы поговорим с нашим первым гостем. Это эколог Евгений Симонов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Меня нормально слышно? Да, все хорошо. Евгений,
Прокуратура заявляет, что ЧП было вызвано, здесь я процитирую, несвоевременно принятыми мерами по содержанию гидротехнического объекта в надлежащем техническом состоянии. Помогите нам, пожалуйста, переведите с чиновничьего языка на человеческий. Что это значит? Кто-то должен быть виноват. Если я правильно помню, персидские цари более 1000 лет назад секли реку кнутами. Сейчас будут искать другого крайнего. Легче всего назначить крайним, так сказать, того, кто должен был содержать эту дамбу. Тем более, что есть достаточно много свидетельств, что содержали ее, ну, не очень прилежно. Я так понял, что контракт на ее приведение в порядок был заключен за считанные месяцы до катастрофы, и ничего сделано, естественно, зимой еще не было. Ну, то есть, переводя на русский язык, должен быть крайний, который допустил, что объект дал течь. А вот как раз один из наших зрителей отправил вопрос, он написал, вызывает вопросы то, что дамба разрушилась не в результате перелива, а из-за инфильтрации воды сквозь тело дамбы. Если строить по правилам, такого вообще быть не должно. И он в своем сообщении приводит в пример плотину Богучанской ГЭС, где есть вертикальный слой асфальта посередине на всю вот длину и высоту дамбы, точнее плотины. Должны ли быть вот такие мембраны в дамбах типа Орской? И если да, была ли она вообще здесь? И если была, то из чего? Ну, я сразу скажу. Я все-таки эколог, а не инженер гидросооружений. Есть разного типа сооружений, разной степени ответственности. У них есть категории. Я нигде не нашел пока, чтобы там где-то была охарактеризована категория опасности данного сооружения. Хотя в той декларации безопасности, которую они все цитируют, в которой написано, на какой прорыв будет в случае чего, там наверняка это сказано. Дамба гораздо менее, ну, скажем так, ответственный в этих связях объект, чем, например, плотина ГЭС. Соответственно, и вкладывается в нее на, ну, единицу там длины гораздо меньше средств, и в результате она укрепляется какими-то более дешевыми методами, там уплотнением грунта, подбором специальных материалов, которые должны в нее пойти. Нельзя сложить дамбу просто абы из чего, что под рукой попалось, хотя часто это именно и делают. Специальными подсыпками, специальными способами ее содержания и укрепления в процессе ее жизни и так далее. Я никогда не слышал, чтобы у нормальных просто противопаводковых дамб вдоль берегов были какие-то асфальтовые сердечники. Хотя, наверное, в крупных городах есть какие-то еще дополнительные укрепления. Там, где считается наиболее ответственные участки, и вероятны большие наводнения. А Орск, он был обречен, он сидит в низине у большой реки. Дамба была там, ну, чтобы дамба в какой-то степени замедлила катастрофу, но в любом случае рано или поздно был бы паводок, который бы ее снес. Тут вопросов нет. Это местоположение и их, характер реки. Если вы хотите жить у реки, и селиться в низинах, рано или поздно вас затопит. Это нормальное явление. Евгений, может быть, немного наивный вопрос. Смотрите, дамбу построили, вот кто-то дамбу принимал, эту дамбу проверяли. Ну, вот мы видели, мэр туда приезжал. Но почему же никто не заметил то, что вот проблема на носу практически? Ну, я не обладаю всей полнотой информации, но для меня то, что большое начальство приезжало и топталось на дамбе, показывает, что были подозрения, что проблемы на носу. Иначе бы оно этого не делало. То есть вот логика для меня именно такая. Я так понял, что дня за два, во всяком случае, есть такие сообщения, было сообщение, что вода просачивается. И на нее, на них, на эти сообщения не было, ну, никакой незамедлительной реакции.
Я думаю, что после этого как раз начальство вышло на дамбу и заявило, что нифига, она все выстоит, в любом случае выстоит. Надо понимать, что начальство само, оно плохо понимает дамбы. Для этого нужны специальные службы, инженеры. То есть инспектировать дамбы должен не мэр, а инженер. А вообще, действительно, тогда о причинах этого прорыва мы можем сейчас говорить? Это исключительно природные? То есть невозможно было против природы никак пойти? Нет, ну тут целый комплекс явлений. Во-первых, скорее всего, при строительстве, как обычно, были выполнены не все строительные нормы. Ну, это типичная ситуация с этими сооружениями. Это один из самых воровайских сооружений в российской практике. Современный Минводхоз живет за счет, вот таких вот укрепительных сооружений. Они строятся километрами, потом строятся снова и снова. Это очень хорошо видно по звуку. С другой стороны, в связи с тем, что климатические колебания стали более резкими в последнее время, а также в связи с тем, что рано или поздно всегда случается самый большой паводок, то было уже месяца полтора назад ясно, что в этом году паводок будет большой. Об этом было, я об этом знаю месяц. При том, что живу я в другом полушарии в данный момент. Ясно, что русская авось тут работала на полную катушку. То есть вместо того, чтобы озаботиться этой дамбой еще месяц назад, когда стало ясно, что снега много, и он может, бурно таять, все, кто привык в том, что в Урале относительно мало воды, а он Урал прошел через длительный маловодный период, решили, что и в этот раз пронесет. А чего же? Тем более, что такого количества воды в Урале при жизни этого поколения просто не было. То есть на жизни вот сейчас живущих поколений, насколько я понимаю, таких объемов паводка не наблюдалось. Хотя теоретически он мог быть, в том смысле, что ничто не рано, то есть это просто вероятностное явление, что рано или поздно он такой случается. Евгений, еще вчера я хотел спросить, для себя формулировал вопрос, как часто воруют на строительстве дамбы, и что вообще можно украсть? Я понимаю, вы не инженер или вы не строитель, но вчера наши коллеги из издания агентства, они опубликовали новость о том, что еще в 2013 году Финнадзор по Оренбургской области выявил, что строители получили 51 миллион рублей, но работу не выполнили. Строители отбились в суде, как это произошло, мы не знаем. В общем, вопрос у меня к вам философски. Вы кому больше верите, суду или строителям? Учитывая, что эта сумма составляет меньше 7% от сметной стоимости, строители, если они действительно не доделали работы всего на 51 миллион, то они почти святые. Я так думаю. Посчитайте просто. Дамба стоит чуть меньше миллиарда, Не досчитались. Если не досчитались, это суд это не принял. В самом худшем случае 51 миллиона. Простите, не критично. А воруют, естественно, на земляных работах очень много, просто потому что это большой, плохо контролируемый объем работ, где можно совершенно разные усилия приложить, чтобы насыпать, насыпь примерно такую же на вид. И никто, пока гром не грянет, не проверит, какая она там внутри, куда полезет. Поэтому я, конечно, не инженер, но понятно, что на земляных работах у нас, особенно в водной отрасли, это, естественно, любимое дело, потому что они кормные. Понятно, что да, так предсказать, наверное, невозможно, но догадываясь, что мы все уже, мы в том полушарии, но зная по опыту, понимаем, что может это происходить. Но другой вопрос серьезный уже получается, повышается также и в Сорочинском водохранилище уровень воды. И вообще в целом, насколько это опасно, насколько может продолжаться это наводнение, насколько это может быть опасно для других дамб и других водохранилищ? Это зависит от их текущего состояния.
У меня нет таких данных. Пока есть такое ощущение, что вот это вот верхнее водохранилище, которое, кстати, противопаводковое, которое, собственно, построено, чтобы спасти Орск от наводнения, оно, несмотря на чрезмерное количество воды, оно пока выстояло. В Казахстане тоже в основном крупные водохранилища пока выстояли, хотя на некоторых идет страшный перелив. Разрушено пока достаточно мало плотин и относительно небольших сельских плотин. Некоторые из них достроены в прошлом году. Ну, я просто смотрю из-за казахстанской, из-за российской ситуации. В данном случае это казахстанский сюжет. Но это все рядом там. Вот. Поэтому всегда есть опасность, что не выдержит какое-нибудь еще более крупное и ответственное сооружение, за которым скопилось огромное количество воды. И вот тогда никому мало не покажется, потому что единовременно по тому водотоку, на котором она стоит, по этой долине пойдет цунами. И тогда населенным пунктам будет реально плохо, и плохо быстро, потому что то, что сейчас случается в Орске, это такая штатная достаточно ситуация с медленным развитием, хорошо предсказуемая и, в общем, с заведомо малым количеством жертв. То есть я прошу прощения, но если вы вспомните наводнения в Красноярском крае, которые вот мгновенно приходили, или какие-то другие более резкие гидрологические события, вот, так сказать, там есть большая опасность человеческой жизни. А здесь все происходит медленно и печально, и мне даже немножко странно, почему вокруг этого такой дикий ажиотаж, потому что, в принципе, к этому надо быть готовыми каждый год. Есть масса служб, которые должны быть готовыми к тому, что населенные пункты, которые стоят у воды, будут затапливать. Но это как-то происходит уже тысячи лет. Понимаете, стоят там дамбы или нет, это происходит. Вот. Поэтому жалко, что степень готовности к тому, чтобы смягчать последствия, она, на мой взгляд, не очень достаточная, а восприятие происходящего какое-то слишком ажиотажное. Все вроде, все спросили. Единственное, вот еще последнее хотела спросить, именно как у эколога. Сколько времени на стабилизацию обстановки может уйти? Я думаю, что это очень зависит от запасов снега и быстроты таяния в данном случае, потому что, если я правильно понимаю, основным источником сейчас воды является именно таяние обильных снегов, усиленное, некоторыми не очень критичными дождями. Я не знаю, недели две это может еще в какой-то степени продлиться. Собственно, пик на данной реке в районе Оренбурга обещают, как вы уже сказали, через пару-тройку дней. Дальше проблемы будут у населенных пунктов ниже по течению, и, наверное, проблемы будут чуть меньше. Вы же поймите, ведь еще важно, насколько сами населенные пункты стесняют реки. В Орске с двух сторон на реке стоит по дамбе. И, соответственно, когда воды много, то эти дамбы сами поднимают уровень воды, потому что между ними узко. Чем ниже пойдет вода по реке, тем меньше вероятность, что там такая ситуация. Я так надеюсь. Там будут шире долины, а, соответственно, ниже уровень. Спасибо огромное. Спасибо с нами большое. Был эколог. Евгений Симонов, да, спасибо извините, большое. Евгений Симонов, да. Попрощались мы с ним, но у нас на очереди еще один гость. Это журналист Максим Курников. Максим, доброе утро. Здравствуйте. Почему мы позвали Максима? Максим долгое время прожил в Оренбурге. Уроженец Оренбурга. Уроженец Оренбурга, да, работал там на «Эхо Москвы». Путешествовал, много путешествовал по области, не только вдоль границы с Казахстаном. Снял прекрасный документальный сериал «Граница». Если вы не видели, в 2016 году посмотрите. И вот с Максимом мы хотим поговорить о том, чтобы Максим нам рассказал, что такое Орск, какое-то свое впечатление. Расскажи, что это за город, как он выглядит, сколько там людей живет, может быть, да, и как-то, не знаю, там частный сектор, да, как мы видели, или там многоэтажки стоят? И то, и другое. Орск — это промышленный город. Надо сказать, что город переживал, разные времена.
прямо скажем. Это город, в котором не все так хорошо было с, прямо скажем, там, вопросами ВИЧ-инфекции, СПИДа, с наркотиками в определенный период. Но в целом это обычный промышленный город, в котором есть крупные предприятия, в котором есть, соответственно, и частный сектор, и в котором есть многоэтажные дома. Да, а что касается вот в целом отношения с властью, потому что мэр города приезжал буквально за 2 дня на дамбу и рассказывал, что все в порядке, и в целом как там политическая обстановка? Ну, извини, в разных городах по-разному. Где-то, знаешь, там, не знаю, есть сильный мэр, сильная фигура мэра, там люди его слушают и так далее. А в каких-то городах все, как вертикаль власти построили, так, ну, значит, мэр отчитывается только перед, не знаю, губернатором, Кремлем и так далее. Люди не доверяют там этим людям. Как вообще взаимоотношения строятся в этом городе между властью и людьми? Ну, я бы не стал обобщать, есть разные люди, кто-то любит, наверное, власть, кто-то не любит, но мне кажется, что если говорить об Оренбургской области, то там эта вертикаль была выстроена за последние десятилетия довольно жестко. Мэр там не выбирается, а назначается, ну, то есть там сити-менеджеры, да, когда вводились, все это было произведено. Плюс ко всему, в общем, это мэр, который довольно давно управляет городом, и до этого он был, работал тоже при предыдущем мэре. В общем, это не какой-то там новый человек, который должен был какие-то выборы выигрывать или что-то в этом духе. Это человек из вертикали. А что касается наводнений, вот нам Евгений Симонов только что говорил, что по опыту текущего поколения никогда не было подобных наводнений. Но такого масштаба. Такого масштаба наводнений никогда не было. Но в целом в Оренбурге, в Оренбургской области эта тема как-то звучала когда-нибудь? Ну, я должен признаться, что я, конечно, не эколог и не гидролог, поэтому мне трудно с цифрами доказывать, что так было или так не было, но я на своей памяти помню сильное наводнение в 90-е годы. Оно было ощутимым, вода доходила до тех мест, которые мы не видели, но тогда не было соцсетей, тогда не было телефона у каждого, да, для того, чтобы мы видели этот масштаб. Но в тех местах, где жили мои родственники, тогда это чувствовалось. Это, во-первых. Во-вторых, ну, конечно, как человек, чьи предки жили там долго, мне мой дед рассказывал о страшных наводнениях, которые там были и в 50-е годы, например, и так далее. И я эти, в общем, истории помню. Другое дело, что, в принципе, если говорить о степных реках, это довольно всегда мощное половодье, конечно, в какой-то год больше, в какой-то меньше, но, естественно, то, что мы видим сейчас, это действительно что-то, что мы не привыкли видеть. Другое дело, что мне кажется, что в любой стране, да, вокруг большой реки или какой-то хотя бы реки возникают такие ситуации, и вопрос, наверное, о том, как к ним готовятся и как на это реагируют. Я хочу поблагодарить наших коллег из издания Орск.ру, потому что они больше всего публиковали новостей по этой теме. И вот как раз вчера в телеграм-канале я обнаружил такую фотографию места в центре Орска, сравнение с тем, как было наводнение в середине 50-х, и этот же практически дом, затопленный вот сейчас в 24-м году. Максим, а тебя что-то удивило из того, как это происходило, наводнение, как действовали чиновники, как действовали люди? Вот что-то такое вот на личном уровне. Ты увидел, посмотрел или прочитал? И сказал: ого. Ну, сам масштаб, конечно, наводнения, ого. И вот вы сейчас показываете некоторые кадры, да, я сейчас, когда вижу в соцсетях, ну, это прямо вот места самые, что ни на есть, родные, и то есть ты узнаешь буквально места, где ты гулял, и они теперь под водой. Это, конечно, производит жуткое впечатление. Но в то же самое время, наверное, стоит сказать, что я вижу, как реагируют просто люди. Я вижу, как реагируют
ну, блогеры, которые никогда политическими вопросами там, никакой повестки не занимались, а только там, не знаю, там, бьюти-вопросы и прочая реклама, я вижу, как они собирают деньги на помощь пострадавшим, я вижу, как, в принципе, там люди собирают какую-то гуманитарную помощь пострадавшим, это что-то, что я просто для себя отмечаю. Не то, что там это что-то невиданное или что-нибудь, но это что я про себя отмечаю. Ну и, наверное, есть, если говорить о каком-то таком слое горькой иронии от оренбуржцев, то говорят о набережной. Дело в том, что набережная, которая там была сделана, она одновременно большой успех и большой провал власти региональной и городской, если мы говорим про Оренбург. Она была сделана так, что люди из других регионов приезжали и говорили: о, смотрите, вот можно же сделать хорошо, почему у нас так не делают? Но в то же самое время эта набережная была объектом, на котором, видимо, укрались очень большие деньги, или просто они как-то там неправильно расходовались, потому что она начала рассыпаться буквально там сразу после того, как ее презентовали. И вопросы того, как она была сделана, обещали быть долгоиграющими и для власти очень болезненными. И, конечно, я видел несколько сразу там фотографий, сторис в Инстаграме с этой набережной, что теперь вопросов, как говорится, не будет, да, что те, кто там деньги, если он их своровал, может быть спокойным, потому что теперь какой с него спрос? Все можно будет списать на этот поток. Тоже удобная ситуация. Но возвращаясь к сериалу, точнее, документальному сериалу, который вы сделали в 2016 году, Максим, который упоминал «Граница», можно на «Дожде» посмотреть, и мы всем очень это рекомендуем сделать. Да, можно в Ютубе посмотреть, просто в Ютубе под другим названием «Оренбург-Уренбор» называется. Да, я напомню, что там, значит, Максим сел с коллегами в машину и проехал вдоль всей российско-казахстанской границы больше 6500 километров, заезжал по одну сторону, по другую сторону, интервьюировал людей, которые там живут, и спрашивал, за жизнь спрашивал. И действительно, насколько близкие отношения там с Казахстаном и в целом связи с Казахстаном в этом районе, в этом регионе, и как это может повлиять на отношения с Казахстаном? Ну, мы видим, что Казахстан тоже переживает страшнейшее наводнение. Я думаю, что это как раз в том числе говорит о том, насколько это мощный природный фактор, и что, в общем, ну, стихия здесь не выбирает страну. Но, вы знаете, наверное, стоит отметить, что общее хозяйствование по реке Урал – это вопрос, который казахстанская сторона поднимала много лет, несколько десятилетий, и который, в общем-то, игнорировался российскими властями, возможно, потому что Урал не такая важная река для России, как для Казахстана. Да, у России есть другие, более мощные реки, видимо. И вот эти попытки привлечь внимание к общему рациональному хозяйствованию на реке, они скорее не оправдались, скорее не увенчались успехом эти попытки со стороны Казахстана. Посмотрим, как эта ситуация повлияет на это или не повлияет, но то, что действительно напряжение некоторое по этому вопросу было, это известно. Здесь я хочу напомнить про такую очень странную и конспирологическую, полуконспирологическую теорию, историю про Гурлёва, напомню, да, вот депутат Государственной Думы, несколько дней назад якобы слили его, значит, голос о том, что он говорит, что вот Казахстан, казахи будут следующие, решение уже есть, это в плане нападения, да, после Украины и так далее. Потом он отнекивался, говорил, нет-нет, это не я, не говорил, не Россети, все дела. Что ты думаешь, собственно, вот мы же спрашивали про отношения, насколько вот эта ситуация может быть реальна, как ты ее видишь? Какая это, в смысле с Гурлёвым? Да-да-да. Ну, понятно, что на это, конечно, обратят внимание. Действительно, я не берусь утверждать, насколько эта запись настоящая, и вообще это довольно какой-то короткий обрывок разговора, судя по всему, который был после каких-то событий. Но что мы будем гадать? Но любые заявления публичные каких-то, например, российских пропагандистов, конечно, в Казахстане слышат, конечно, воспринимают и, конечно, комментируют, воспринимают адекватно. Ну, то есть действительно понимают, что эти разговоры не просто разговоры, а какие-то
какие-то нехорошие предвестники. Вспоминают, как такие разговоры сначала были про Украину и чем это потом закончилось. Поэтому, конечно, там это слышат, и, конечно, это будет вносить долю напряжения. Другое дело, что, несмотря на это напряжение, пока Казахстан явно не разворачивается от России. Может быть, как-то слегка замедляет ход навстречу, может быть, даже встает в этом движении, но не движется пока в каком-то другом направлении, потому что, в общем, он тут связан с географией. Да? Если вокруг него будут союзники России так или иначе, ему придется искать какого-то другого основного союзника, я думаю, что это, конечно, понятно, обречено на неуспех. Однако, в целом, страны Центральной Азии, как большее такое образование, они, конечно, могут, хоть и медленнее, сильно медленнее, могут найти другого союзника, и, в общем, этим уже так или иначе занимаются. Другое дело, сколько времени это займет и чем закончится. А ты следишь за тем, как это, как наводнение освещают в российских государственных медиа? Там, что показывают по государственным каналам, что пишут, не знаю, там, в РИА новостях? Вот за этим пунктом следишь? Я, признаюсь, я вижу, скорее наоборот, реакции на это. Я вижу, что там приезжает министр по чрезвычайным ситуациям. Делает заявление, что всех предупредили за неделю, все нормально. Извини, подожди, давай мы у нас есть, я хотел об этом рассказать чуть попозже, сразу после себя, у нас есть этот фрагмент, давайте прямо сейчас его поставим и обсудим. Хорошо. Лестница в лодку. Эвакуация была объявлена неделю назад. Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то. И шуток нет, вы сами видите, мы одного человека вот сейчас спасали около 30 минут. С трудом. Вот такой вот он, да, все спихнул на людей. Да, ну и, в общем, да, люди возмущены были этим его заявлением. Конечно, это опровергается банально даже тем, что сам мэр Орска, господин Казупица, он за 3 дня до прорыва дамбы рассказывал, что никаких поводов для беспокойства нет. Поэтому где он взял неделю назад, это, конечно, большой вопрос. Я погуглил, что люди пишут в социальных сетях и мессенджерах по поводу главы МЧС, и слово «балабол» вот во всем этом ряде выглядит комплиментом в его адрес. Ну, тоже, я соглашусь, в общем-то. Но мы Максима допрашивали как уроженца Оренбурга, а детство же прошло в Казахстане, как раз в городе Актобе. Понятно, что вы не гидротехник, но все-таки как будто бы такое впечатление, что Казахстан больше был готов, чем Россия, к этому наводнению. Можно ли так сказать? Нет. Дело в том, что буквально за несколько дней до того, как случилась эта трагедия в Орске, похожая ситуация была как раз в Актобе. И Актобе залило водой не хуже, если, возможно, даже хуже, чем Орск. И там не только частный сектор, но и многоэтажные дома стояли в воде. И, конечно, к этому не были готовы там тоже. Там люди сидели и без электричества, и это была ситуация очень похожая. Я не думаю, что здесь можно говорить о какой-то большей готовности, по крайней мере, вот на данный момент, потому что мы видим, что ситуация в Оренбургской области еще развивается, и мы еще увидим, видимо, большие последствия, и будем смотреть, как власти будут реагировать, но пока такого сказать нельзя. Более того, как ни крути, но вот у вас был предыдущий эксперт, который говорил, что эта вода пойдет дальше по Уралу, а это значит, что она пойдет в Казахстан. И, судя по всему, там еще стоит ждать каких-то последствий. То есть это все на недели, даже не на дни, а на недели. Наверное, последний вопрос. Зачем ты будешь гораздо более пристально следить в этой ситуации в Оренбургской области в ближайшие дни и недели сам? Ну, понятно, что за уровнем воды и за тем, как когда вода уйдет, какие последствия это все оставит.
Но мне, ну, я для себя отметил вот такие пункты еще, как гражданская самоорганизация, взаимовыручка, помощь друг другу. Мне кажется, это важная штука, потому что, если вы помните, такие события очень часто оставляли после себя такие группы гражданских активистов, которым не все равно. Да? Если мы помним с вами большие наводнения в Краснодарском крае, например, и так далее, и мы помним, что потом власти даже пришлось принимать такие законы о волонтерах, потому что вот такая самоорганизация по тушению пожаров или еще чего-нибудь для властей тоже опасная вещь. И поэтому, в общем, я, конечно, за этим буду еще наблюдать. Понятно, что очень хочется каких-то независимых расследований по поводу того, что же все-таки произошло с этой дамбой, насколько коррупционная версия должна быть главной, или действительно просто мощь стихии такая, что неважно, там, не так важно, воровали на строительстве или не воровали, а ее все равно снесло. Ну, конечно, это вопрос ответственности тех людей, которые ее принимали решение о том, как ее строить. И сколько на это выделять денег, и как ее строить. В общем, я думаю, что вот такие пункты. Максим, если бы ты видел, что пишут в нашем чате, и как по тебе скучают, говорят, что класс, Максим, позвали, спасибо огромное. И мы тебе тоже говорим спасибо за этот разговор. Прощаемся, пока. Пока. Давайте несколько важных новостей я прочитаю. Подписался вчера на канал orsk.ru. Мне кажется, что журналисты очень классно отрабатывают эту трагическую тему, это наводнение. Очень много самых последних новостей. Вот буквально 10 минут назад службы спасения разослали смс-ки жителям поселка Лесоторговый в Орске с просьбой срочно эвакуироваться. Подпишитесь, посмотрите, пожалуйста, видео, очень много видео, которые сами местные жители присылают в редакцию издания, и журналисты на месте делают много включений, ну, записывают такие короткие видео и так далее. Да, они пишут, что еще одна река Оренбургской области, Елшанка, выходит из берегов как раз сейчас, и об этом сообщил мэр города, тот самый Василий Казупица, и призвал жителей собирать вещи, документы и эвакуироваться как можно скорее. Да, уровень воды в реках, в реке Урал продолжает повышаться. Он за... Так, сейчас я найду... Вырос на 16 сантиметров и достиг 872 сантиметров только за последний день, но опасная считается отметка в 930 сантиметров. Вот такая... История. Да, довольно-таки любопытно, как будут искать того самого стрелочника, про которого нам Евгений говорил, и, собственно, кто будет тот самый виноватый, которого найдут. И совершенно логично, конечно, было предположить, и Саша Плющев об этом писал в своем телеграм-канале, что могли бы обвинить Украину, как было бы удобно сейчас это сделать, найти виноватых сразу, объявить, что вот какое-то это, не знаю, насыпали снега очень много, специально привезли, сбросили на дронах. Слишком сложно. Нет, просто подорвали дамбу. Подорвали. Ну, наверное, нужно было бы какие-нибудь свидетельства. Ну, хотя, да, слов, наверное, было достаточно. Можно двухходовку сделать, что они что-то сделали с чиновниками, с проверяющими, с надзорными органами, что они не доглядели. Ну, конечно, мы иронизируем. Я посмотрел очень много видео из Орска, ну, хотел составить более такую подробную картину ситуации. Я тоже обратил внимание на то, что очень многие люди приезжали на своих машинах и в первый день, и во второй день к подтопленным районам, чтобы просто помочь людям выехать, собрать вещи, перевезти родственников. Особенно много было пожилых людей. Действительно, самоорганизация, там, ну, я видел... Ну, какое-то, знаешь, ну, то есть вот такое спонтанное движение, которое очень вдохновило меня, с одной стороны. Со второй стороны, было несколько видео людей, которые рассказывали журналистам, что они не собираются эвакуироваться. И там было две причины. Первая. Ну, вот многоэтажный дом. Я живу на третьем этаже. Я никуда не поеду. Продукты у меня есть, чего мне делать, ну, чего мне ехать. Вторая часть аргументов была такая, что было видно, люди не верят ни власти, ни спасательным органам,
они говорят, ну нет, ну еще, ну как даже звучали немного, но звучали фразы про мародеров. Говорит, нет-нет, я сам за себя, ситуация такая, буду оставаться здесь. Вот это два моих ярких впечатления после просмотра, там, не знаю, более сотни видео. Ну, конечно, да, касательно самоорганизации, вот это вот и то, о чем Максим говорил, что сразу боятся этого, сразу власти боятся, что люди могут организоваться. Ну да, Максим, извини, сделать. Максим, да, говорил и про наводнение в Крымске, и лесные пожары, мы помним, что московские пожары 2000, если я правильно помню, 2010 года, смог над городом, и тогда, да, действительно, власти обсуждали новый закон о волонтерах, и его активисты отбивали, говорили, что это совсем так зарегулируют, что невозможно будет ничего сделать. Ну а как, а если вдруг все объединятся и поймут, что что-то могут сделать, что-то можно совместно что-то делать, то это, в общем, для власти не идеальный вариант, скажем так. Ситуацию в Орске, Оренбургской области мы, возможно, будем обсуждать еще в течение выпуска во втором часе, но у нас время военного обзора с Юрием Евгеньевичем Федоровым, а у нас всего 6400 лайков. А конечно, Юрию Евгеньевичу нужно поставить лайк сейчас. Лайкомотив на очереди. Давайте посмотрим заставку и поприветствуем Юрия Евгеньевича. Юрий Евгеньевич, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Давайте поговорим о новостях и о том, что происходит на фронте, что мы узнали за выходные. Вот, например, Россия усовершенствовала оружие, которое может использовать во время вероятного наступления в этом году и с которым не может бороться ВСУ. О чем речь, расскажите? Как я понимаю, речь идет о так называемых планирующих бомбах. Это тяжелые бомбы, сейчас их делают, по-моему, весом до 3 тонн, но примерно половина – это взрывчатка, может быть, чуть больше. В общем, это колоссальная сила оружия, потому что взрывчатка достаточно мощная. Дальность полета этой бомбы до 90 километров. И, соответственно, их сбрасывают с этих самых самолетов, ну, обычно с истребителей-бомбардировщиков, Су-34 или Су-35, которые летают вблизи зоны поражения украинскими ПВО, но предпочтительно не заходя в эту зону. И, ну, вот это эти бомбы, когда они попадают в жилые кварталы, в городскую застройку или в укрепленный район, ну, поражение достаточно серьезное. Воронка может быть там глубиной в несколько метров и диаметром примерно в 20 метров. В общем, ничего хорошего в этой эта бомба для ВСУ и для населения украинских городов не представляет собой. Бороться с ней действительно очень сложно. Нужно либо... Ну, единственный вариант – это сбивать самолеты, которые расширяют зону поражения ПВО, и сбивать самолеты, которые приближаются к ней. Вот, собственно, ничего другого нет. Либо уничтожать самолеты на аэродромах. А как раз для того, чтобы уничтожать на подлете, вот Зеленский сказал, чтобы закрыть Украину полностью, нужно 25 систем Патриот. Правильный ли это подсчет, расчет, и действительно могут ли быть поставлены все эти системы, которые необходимы Украине? А тут несколько сразу вопросов. Я думаю, что патриоты, ну, теоретически они, конечно, могут, наверное, сбивать вот эту планирующую бомбу, но дело в том, что там эффективная отражающая поверхность этой бомбы очень небольшая, поэтому навести на нее, ну, собственно, небольшой по размеру, кстати, объект летающий. Конечно, наверное, в определенных случаях можно сбить зенитные ракеты, который стреляет Патриот, вот эту планирующую бомбу, но гораздо более эффективно сбивать не бомбы, а сбивать самолеты, которые, я уже сказал, которые подлетают к зоне поражения и
значит, сбрасывают эту бомбу, которая может лететь вот на достаточно большое расстояние, на десятки километров, ну, максимум, говорят, до 90. Зеленский попросил, ну, сказал, что он просит у Соединенных Штатов или у НАТО, не совсем понятно, у кого конкретно, 25, тут не совсем ясно, чего он, собственно, просил. Видимо, он просил все-таки батареи, вот если посмотреть на структуру этого комплекса, значит, система комплекса батареи – это, в общем, одно и то же. Она состоит из четырех основных блоков – это управление, пусковые установки, ну, до 10 бывают в этих батареях, радиолокационные, радиолокаторы и система коммуникации между ракетой и вот этим самым комплексом, управляющим блоком, которая позволяет наводить ракету на цель. Вот примерно так это выглядит. Значит, видимо, все-таки Зеленский попросил 25 батарей. Ну, вот, соответственно, если 25 батарей, то примерно, может быть, до где-то там порядка 200 пусковых установок. Есть ли у Запада такого рода системы, которые можно поставить? Есть. В Соединенных Штатах имеется, но трудно сказать, сколько батарей, они сообщают количество пусковых установок. Так вот, но в Соединенных Штатах есть примерно 1100 пусковых установок. Ну, будем считать, что это примерно там 100-120 батарей, из которых менее половины находятся на вооружении, остальные in service, а остальные находятся на складах. Значит, соответственно, поставить эти комплексы или батареи в Украину, в общем, Вашингтон может. Это не очень сложно, технически, по крайней мере. Но администрация Байдена за весь срок войны поставила всего один комплекс патриотов в Украину, и два других было поставлено Федеративной Республикой Германии. То есть всего было три комплекса, из которых один, видимо, поврежден. Что касается Зеленского, то, видите, совсем недавно, еще где-то в самом начале апреля, наверное, может быть, максимум неделю тому назад, Кулеба говорил о 5-7 комплексах патриотов, которые нужны Украине для защиты городов. Но все зависит ведь от того, сколько городов вы хотите защитить. Есть примерно один комплекс может защитить город, ну, такого масштаба, как Киев, собственно, он и защищает. Один там в районе Киева, в Киеве, точнее, ну, или недалеко совсем, стоит всего один комплекс. Дело в том, что если там достаточное количество, ну, скажем, 8-10 пусковых установок, то такой комплекс может перехватывать до 70, может быть, до 70 с лишним различных целей. Этого, в общем, достаточно для того, чтобы защитить город типа, ну, масштаба, скажем, размера Киева. Если Кулеба просил 5-7 комплексов, ну, значит, речь шла о защите 5-7 городов. Если Зеленский просит 25 комплексов, я думаю, что речь идет не о защите городов, а о том, чтобы расставить, ну, по крайней мере, часть этих комплексов где-то вблизи линии фронта, с тем, чтобы не сбивали вот эти российские самолеты, которые сбрасывают планирующие бомбы. Это единственный способ борьбы с планирующими бомбами, как мы уже обсуждали. Вот, при этом понятно, что если эти комплексы, если эти патриоты расположены вблизи линии фронта, они достаточно уязвимы для различных средств, там, для ударов ракетами,
или какими-то иными средствами. В общем, видимо, один такой комплекс действительно был поврежден. Что касается ударов по аэродромам, это тоже достаточно эффективный, судя по всему, достаточно эффективный метод борьбы с планирующими бомбами, потому как вот в ночь с 4 на 5, по крайней мере, так говорят в Киеве, был совершен массовый налет беспилотников на три аэродрома. Один в районе Энгельса, где базируются большие стратегические бомбардировщики Ту-95. Вроде бы три таких бомбардировщика там было повреждено, не уничтожено, повреждено. И два аэродрома вблизи уже Украины, в Ростовской области и под Ейском, это, по-моему, Краснодарский край. Значит, там было повреждено еще, и уничтожено и повреждено еще несколько самолетов в общей сложности до 9 единиц, если судить по сообщениям из Киева. Говорят, что независимых подтверждений этому нет, но, тем не менее, достаточно уверенно военная разведка Украины говорит о том, что эти самолеты были повреждены или уничтожены. Ну, а зловредные российские телеграм-каналы сообщают о том, что командующий ВКС, Воздушно-космическими силами России, был срочно вызван на ковер к Путину. Ну, я уж не знаю, там одни считают, что он будет снят за такие потери, другие считают, что оно делается легким испугом. Юрий Евгеньевич, давайте поговорим о том, что происходит на фронте. Наши коллеги из «Медузы» опубликовали вчера обзор. В нем говорилось, что российская армия совершила несколько прорывов на фронте, но потери техники, ну, цена была очень большой. И в стратегическом плане это может потом сыграть очень заметную роль. В общем, вот потеряли много, сейчас это успех, но в будущем будут большие проблемы. Как вы такую оценку, что вы о ней думаете? Видите, если попробовать нанести в этот достаточно хаотичный, с моей точки зрения, обзор «Медузы», там перечислена масса разных населенных пунктов, перенести на карту, то мы, в общем, ничего такого принципиально нового не увидим. Речь идет о том, чтобы подготовиться, по-видимому, в рамках летнего наступления, подготовить позиции для захвата, если не всей Донецкой области, ну, то ее части, которая осталась неоккупированной российскими войсками, то, по крайней мере, для большинства. Вот сплошными красными стрелками показано то, о чем на самом деле рассказывает «Медуза». Значит, это наступление на Курахово из-под Марьинки. Там небольшие, ну вот те точки, те направления, в которых действительно некоторый успех наблюдается, хотя продвижение очень медленное. Значит, это на Курахово, на Покровск, затем из-под Бахмута на Часов-Яр. Там через Часов-Яр проходит канал Северский Донец-Донбасс, который часто рассматривается как, ну, первостепенный, ну, первоочередной рубеж выхода российских войск. Потенциально, да, и плюс наступление с юга на город Северск с тем, чтобы ликвидировать очень беспокоящее русское командование, вот так называемый Северский выступ. Это действительно, в общем, такая заноза в теле российской армии. Ну вот о чем идет речь? Речь идет о том, чтобы выйти летом, видимо, так, похоже, в первой половине лета, выйти на рубеж Славянск, Краматорск, возможно, Константиновка, Покровск и Курахово. И затем уже решать вопрос о том, что будет дальше, как действовать дальше в Донецкой области. А двигаться дальше довольно будет, видимо, будет довольно сложно, потому что
Ну, об этом мы уже много раз говорили. Вокруг агломерации Славянск-Краматорск или Словянск, я не знаю, как правильно это произносится, построен очень мощный укрепленный район ВСУ. Но вот тут с этим как раз связан вот вопрос с планирующими бомбами, потому что эти планирующие бомбы достаточно эффективны для уничтожения или разрушения таких укрепленных позиций, ну, типа там долговременных бетонированных бункеров и так далее и тому подобное. Вот так получается, что к лету должны выйти на вот этот рубеж, ну, планируют выйти на этот рубеж с тем, чтобы дальше решать уже, что делать дальше. Ничего катастрофического для Украины я, честно говоря, не вижу. Тут сильно преувеличена вот эта опасность, о которой в некоторых панических тонах пишут и не только некоторые российские такие оппозиционные издания типа «Медузы», но и западные источники. В общем, потеря вот этого рубежа, о котором мы говорим, да, для Украины это будет болезненно, но не катастрофично. Никоим образом это не катастрофа. Вот такая ситуация. Ну, а что касается потерь, потери, видимо, большие, но каких-то количественных оценок пока никто не приводил. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Спасибо. Встретимся завтра на том же месте в тот же час в 9 часов 45 минут. А сейчас как раз самое время Юрию Евгеньевичу поставить лайк и подписаться на канал Breakfast Show, если вы еще не подписаны. Наш лейкомотив Юрий Евгеньевич всегда... Хотя вот в чате писали, что больно слушать Юрия Евгеньевича, потому что больно за истекающую кровью Украину. А мне кажется, Юрий Евгеньевич старается все-таки как-то нам показывать реальную картину, но и показывать какие-то выходы, движения, что будет происходить, как-то, наоборот, более оптимистично сегодня. Сейчас оказалось. У нас будет блок, который поможет немножко тем, кому больно, исцелить их. Новости с Юлией Панкратовой. Всем привет еще раз. Не уверена про исцелить. Как раз у меня тоже все довольно грустно сегодня. Начну с последних новостей из зоны затопления. В Оренбурге уровень воды в реке Урал продолжает повышаться. В настоящий момент в городе подтоплены 1500 домов, 786 человек эвакуированы. Сложнее, я бы даже сказала, гораздо сложнее ситуация в Орске. В городе и области затоплены более 10 тысяч домов и более 18 тысяч приусадебных участков. Продолжается эвакуация. На данный момент вывезены более 6 тысяч человек. Часть города по-прежнему остается без света и воды. Люди отмечают ухудшение мобильной связи в нескольких районах. За медицинской помощью обратились 99 человек, некоторые из них с острым кишечным расстройством. Причина – питьевая вода из-под крана. И я отмечу, что и больницы эвакуируют, и вообще жителям Орска обращаться скоро будет за медицинской помощью некуда. Как раз еще жители Орска жалуются, что в магазинах не хватает питьевой воды, хлеба и крупы. О дефиците питьевой воды заявил и мэр города. Он пообещал, что в ближайшее время за водой поедут в соседние регионы, Башкирию и Челябинскую область. Пик паводка в Оренбургской области ожидают к 10 апреля. Через два дня стабилизация паводковой ситуации ожидается только после 20 апреля. Эвакуироваться призывают и жители Курганской области. Там серьезно выросли риски затопления. Для жителей, которым негде переждать непогоду, развернуты пункты временного размещения. Ну, не непогода, а наводнение, я бы так сказала. Два человека, которые следили за пожарной безопасностью в Крокусе, стали фигурантами дела о халатности. Это ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды концертной площадки. Напомню, очевидцы рассказали, что в Крокусе после поджога не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления и не включилось аварийное освещение. Владелец Крокуса Агаларов уверяет, что все противопожарные системы находились в исправном состоянии.
Тем временем Первый канал и Россия одновременно показали идентичные видеодопросы обвиняемых в теракте в Крокусе. По их словам, с ними на связь выходил некий Сайфулло, он обещал по 1 000 000 рублей каждому. Мужчины заявляют, что заказчик теракта якобы должен был провести их через украинскую границу. Для этого со стороны Украины она была разминирована. Напомню, об окне на украинской границе ранее заявлял Путин. Его версию об украинском следе поддерживают высокопоставленные российские чиновники, но поддерживают, по крайней мере, публично. В Самарской области 2 человека погибли и 15 пострадали в результате вылета в кювет рейсового автобуса. Автобус следовал из Казахстана в Нижний Новгород. По информации ГИБДД, он ехал на небезопасной скорости. На трассе Урал-Муханово в Кинельском районе Самарской области водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся. И последнее. Экс-министр культуры Крыма Вера, она же Арина Новосельская, которая сейчас отбывает наказание, подала заявление на участие в войне в Украине. Напомню, в июле 2023 года суд приговорил Новосельскую к 10 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Новосельская получила 25 миллионов рублей от владельца одной из фирм. За эти деньги она пообещала не вмешиваться в строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. На полученную сумму бывший министр планировал купить квартиру в Москве для сына на 18-летие, но ее арестовали в ноябре 2021 года. Теперь же она хочет отправиться в зону боевых действий. И на этом у меня все. Встретимся завтра. Но исцеляющий эффект у новостей не в том, что там новости какие-то у нас хорошие, мало хороших новостей сегодня в понедельник, а в том, как Юля выглядит в эфире, как она читает, все отмечают ее профессионализм. И мы тоже очень рады, что у нас такое классное пополнение в команде. И то, что Юля вообще привносит действительно в команду, это большое удовольствие и очень приятно ее слушать. Я очень рада, что не мы читаем новости. Да, поставьте Юле тоже лайк. Лайков у нас, сейчас я посмотрю, почти 9 тысяч. Все, 9 тысяч лайков. Идем хорошо. Идем хорошо, но можно еще поставить лайк, если вы этого еще не сделали. Можете еще написать, откуда вы смотрите Breakfast Show. Мы в конце обязательно посмотрим на нашу карту. Я не знаю, писали, что, кажется, смотрят из Орска, ну, из Оренбургской области, по крайней мере, может быть, кто-то смотрит из Оренбурга, и обязательно тоже хотим узнать и как вы там, и мы будем следить, продолжать следить, конечно, за обстановкой. Присылайте по-прежнему фотографии, как вы смотрите Breakfast Show через наш бот, и про донаты. Донаты — это очень важно. Кстати, я в самом начале, вот мы хотели так рассказать про то, что происходит в Оренбургской области, что про донаты я и не посмотрел. Они есть. Вот давайте сейчас прочитаю. Значит, судя по стриму, лучшая подруга Юлии Панкратовой — это Майя Багрянцева. Ура, ужасно рада, что чудесные девушки так близко к Breakfast Show. Фигурное катание forever. В пятницу вечером был большой стрим с Юлией Панкратовой. Я тоже приходил туда в комментарии, смотрел, говорю, ну давайте же уже. У нас банда образовалась в редакции, любители фигурного катания. Ну а Майя Багрянцева один из, мне кажется, ведущих сейчас журналистов, который освещает фигурное катание. Была здесь в Литве на чемпионате Европы. Писала много на чемпионате мира была. В общем, вот из Риги, да, вот, значит, в Риге вот девушки много Рижская общаются, тусовка. Обсуждают. Ну да, да, так и есть. Спасибо. И просто без текста Лея тоже прислала нам донат. Если вы хотите поддержать, в описании найдете разные способы, как это можно сделать. Ну, лайком поддержать самое простое, лайком, подпиской и текстом о том, откуда вы смотрите Breakfast Show. Ну, а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Вообще все последние дни кажется, что со всех сторон нападают в США на Зеленского, и кажется, и с левой части политического спектра, и с правой части, кажется, все нападают. И Truth Social, точнее, трамповская медиа опубликовала первую серию сериала про Зеленского «Кто такой Владимир Зеленский», где представила его в не самом лучшем свете. И Washington Post опубликовала статью, где говорится о том, что у Зеленского особенно нет никакого выхода сейчас из ситуации.
ситуации. И здесь российские пропагандисты должны сказать, нормально же. То есть они все ругают, ругают, тут скажут, вот, наконец-то, правду матку. Начали нападать со всех сторон. Но вот именно про это, а еще и про выборы в Словакии, мы вчера поговорили с Ниной Хрущевой и предлагаем сейчас посмотреть как раз наш разговор. Нина, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время поговорить с нами. И в первую очередь, конечно, все вопросы про Украину и все вопросы про, в первую очередь, про статью Washington Post, которая пишет, что у Зеленского практически нет выхода. Возвращение оккупированных территорий маловероятно, мирные переговоры с Путиным токсичны. Значит ли эта статья, что левый фланг американского политического спектра идет в сторону отказа от помощи Украине? Да, здравствуйте, спасибо. Нет, не значит. Значит, что через 6 месяцев после того, как это стало появляться, вот такая информация, что у Зеленского проблемы с многими обещаниями, первый раз это стало появилось в октябре, так громко в октябре прошлого года, статья Саймона Шустера в Time Magazine, и там он об этом пишет, но тогда это еще не было мейнстрим пониманием, или это не хотели мейнстрим понимать. Но теперь, когда уже в Конгрессе сидит помощь с сентября, то, в общем, стало понятно, что как бы честная и объективная ситуация должна быть описана для общего понимания. То есть прошло сколько с октября? Прошло 6 месяцев, да? 6 месяцев прошло с октября, когда, наконец-то, в общем, стали понимать, что ситуация у Зеленского довольно сложная, и писать об этом. Это не значит, что демократы отказываются, они не отказываются, они просто мало что могут сейчас сделать, потому что сидит в Конгрессе помощь на 60 триллионов, сидит из-за республиканцев. И Байден, несмотря на все обещания, что если Путин, если сейчас не дать деньги Украине, то он пойдет на НАТО, что, надо сказать, большая и довольно неэффективная пропаганда, то, в общем, поскольку все понимают, что это большая и неэффективная пропаганда, в общем, это пока не проходит. И в определенной степени не проходит еще и потому, что скоро выборы, как мы все знаем, президентские. И Красная Америка, что называется, так называемая Красная Америка, глубокая республиканская Америка, она вообще как бы к Украине относится не с, к Зеленскому и к этой помощи, вообще относится так, как будто это деньги тратят американские просто так, и совершенно непонятно зачем. И, в общем-то, поэтому и сидит эта помощь в Конгрессе, и неизвестно, хотя периодически обещается, что, может быть, она каким-то образом утвердится. В общем, пока шансов не так уж много. И, наконец, демократическая пресса, в общем, набрала сил, чтобы сказать, что ситуация трудная, и, в общем, я думаю, что это еще было сделано, эта статья вышла еще с идеей, что нужно каким-то образом перегруппироваться, то есть искать план «Б», которого еще Саймон Шустер в октябре написал, что у плана «Б» у Зеленского нет, и у Запада тоже нет. Ну, вот это получается, что вот этот план «Б», он тоже ведь не прописан в этой статье. Тоже там нет конкретного предложения, правильно? Да, статья заканчивается тем, что все плохо, но и все плохо. И это, кстати, интересно, потому что когда я ее дочитала до конца, то есть это, конечно, задача, как вы знаете, лучше меня, задача прессы говорить о идее, как бы показывать public interest, то есть публичный интерес, но она выхода, конечно, никакого... То есть они как бы описывают ситуацию, но не... предлагают вариантов, что, с другой стороны, в общем-то, и не задача Washington Post. Задача Washington Post – показать, что ситуация тяжелая. А дальше, я думаю, вот поэтому я и говорю, что, видимо, эта статья еще вышла с идеей, что надо искать план «Б». То есть вот когда уже Washington Post это написала, Энтони Блинкен, Джейк Салливан, все эти люди, которые отвечают за украинскую политику в Белом доме, они должны ее прочитать и сказать: «Окей,
Что мы делаем дальше? То есть мы посылаем войска в Украину теперь уже точно, или наоборот мы не посылаем, или мы думаем, что, я не знаю, там нужно давать деньги на то, чтобы Украина оборонялась и так далее. То есть дальше нужно решать, есть ли и будет ли какой-то план Б. И, в общем, конечно, в этом смысле это задача прессы. Интересно, что со статьи Шустера октябрьской прошло 6 месяцев, чтобы все-таки начать об этом писать, что, в общем, ситуация пока зашла в определенный тупик, и Белому дому нужно думать. А вот про 6 месяцев вы заговорили, я сразу подумала про программу трамповского Truth Media. Они выпустили первую серию 12-серийной программы, будет, по-моему, по 15-20 минут, выходить 2 раза в месяц. Кто такой Владимир Зеленский? И вот эти 2 серии в месяц, значит, как раз до октября 2024 года, почти до выборов они будут идти. И это получается, что трамписты тоже перешли в прямое нападение на Зеленского? Это вообще потрясающая программа. Всем, кого интересует пропаганда, очень рекомендую. И действительно очень интересно, что и время ее выхода как раз сейчас, потому что мы знаем, что Трамп, скорее всего, и уже точно, если его не осудят, кажется, его не осудят, будет кандидатом. Он собрал уже очень много голосов во всех этих праймерис, которые прошли. И ему нужны, это, если это никто не видел этот ролик, посмотрите, он интересный, потому что вы, Саша, наверняка знаете, там очень много религий, бесконечное количество религий русского православия, и как Зеленский борется, и так далее, и так далее. Почему? Потому что Трамп, он обхаживает евангелистов, он обхаживает вот этих вот людей, которые как бы изначально, что Бог сейчас, сегодня спустится, и все будет хорошо. Он обхаживает евангелистов, а поскольку православный... Ну, недаром он даже Библии продает. Абсолютно. Вот. Это все во время одновременно продавания Библии и всего остального, потому что Трамп продает кроссовки золотые, золотой туалет, золотые Библии и так далее. То есть они обхаживают евангелистов. И они, как бы их посыл, что вот Россия традиционная страна, эти все ценности и туда-сюда, пятое, десятое. Давайте, Трамп, сколько он был женат? Неоднократно, скажем так. И много было других афер. Но это не имеет значения, потому что в политике это все вещь такая. Сегодня да, завтра нет. То есть это все обхаживание вот какого-то этого страшно традиционной части Америки. Кстати, поэтому и в определенной степени поэтому и сидит в Конгрессе помощь. Потому что эти штаты, которые представлены республиканцами, они, вот эти вот красные штаты, не коммунистические, красные, традиционные, им не интересно вот это все, эта вся помощь, они не хотят, чтобы деньги американские уходили куда-то, и это как раз, что называется, Bible Belt в Америке, это библейский пояс. И для библейского пояса это очередной посыл. То есть мы, вот, как бы избиратели не хотят, ведь республиканцы не голосуют в Конгрессе, потому что их избиратели, это им все равно, им они не хотят. А теперь ему еще предлагают вопрос с религией. Это первая, как бы, первая аудитория. Ну, и не первая, я не знаю, одна из аудиторий. Другая аудитория антибайденовская. То есть вот вы видите, кого поддерживает Байден. Вы ни в коем случае, потому что так это совершенно невозможно, вот кого он поддерживает и для каких целей. Я думаю, я этого не знаю, но просто если анализировать уже этот первый ролик, можно предположить, что в каком-то из роликов из этих серий будет связь между Зеленским и Хантером Байденом. Потому что Хантер Байден употребляет наркотики, употреблял наркотики. Хантер Байден использовал папу для каких-то там целей и так далее. А вот видите, потому что в следующей серии кажется, кто такой Владимир Зеленский, да, кто такой шоумен и так далее. То есть я предполагаю по формулам пропаганды, по правилам пропаганды, они должны связать еще и это, им будет это полезно, потому что Хантер Байден не любимец Красных Штатов. И третье, и там много, наверное, аудитории, а третье еще помочь Трампу в этом и помочь в том смысле, что когда Трамп станет президентом, вот он-то и придет и разрешит эту проблему.
вот пока там Байден, вы видите это все, как это все не работает, а вот Трамп придет и разрешит эту проблему. Для этого им сейчас нужно показать историю Украины, когда великий Трамп на белом коне въедет, и на этом белом коне все моментально раскрутит и сделает хорошо. То есть я думаю, что вот именно как бы эти три главные посыла для Truth Social, чтобы, во-первых, помощь отложить до Трампа, а во-вторых, сделать Трампа победителем за 24 часа, как он обещал, все это закончится к всеобщему удовлетворению. Из Библии наперевес, видимо, Библии он разрешит. Тем золотой, не просто Библии, а золотой. Только золотой. А если в Европу перенестись, кажется, что и в Европе тоже давление некоторое сейчас на Украину может усилиться, потому что президентом Словакии был избран лидер партии «Голос. Социальная демократия», противник помощи Украине. Укрепит ли это позицию против военной помощи в Словакии? Играет ли это важную роль? Ну, в какой-то степени да, но в какой-то степени нет. У них уже есть Фицо, премьер-министр, который точно так же не сторонник помощи Украине. То есть просто Словакия становится еще большим очевидным несторонником помощи Украине. И там, но пока вот таких активных несторонников только две страны. Это Венгрия и Словакия сейчас. Чем дольше это будет продолжаться, тем дольше, возможно, будет и какие-то другие варианты. Мы не можем уже теперь, так как все это развивается в Европе, мы не можем исключить, что Мари Ле Пен станет в какой-то момент лидером Франции. Я не знаю, я это не предсказываю, я просто говорю, что она в последних выборах, как вы знаете, получила результат, никогда даже не предполагавшийся для такой правой партии. То есть это возможно. Тем более, что Эммануэль Макрон, он с французскими солдатами наперевес, он обещает, что как бы поднимая свою планку, что не совсем ясно, потому что, в общем, нет во Франции такого безумного желания идти на Украину. Идти на Россию в Украине. Защищать. Да, защищать mm-hmm. Украину там. Я не могу себе представить, что французы откажутся от своего вина и кофе и пойдут туда. Но, тем не менее, у Макрона свои собственные идеи по этому поводу. Поэтому можно себе представить, что если Мари Ле Пен придет, то она скажет, нет, это так невозможно. Мы знаем, что у Олафа Шольца очень плохие показатели. То есть там, правда, нет пока, то есть Германия поддерживает, и на всех уровнях она поддерживает Украину, но тоже это совершенно неизвестно, как это будет развиваться через еще какое-то время. Так что в Европе, конечно, есть разделение, и мы слышим от Ян Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, то есть они, вот это тоже интересно, потому что они, с одной стороны, как бы они обещали, что Путин завтра повалится, а он завтра не повалился, и теперь, значит, нужно каким-то образом говорить или одно, или другое. И когда они говорят все с двойным, как бы, что называется, both sides of your mouth, то есть с одной стороны рта и с другой стороны, то есть с одной стороны поддерживаем, с другой стороны Украине, вот он только что сказал, мы можем себе представить ситуацию, если Украине придется отказаться от территорий. Но уже вы не можете такое говорить, потому что если генеральный секретарь НАТО это говорит, то значит Украине получается что? Действительно придется отказаться от территории? Это еще то, что полгода назад вы говорили, никогда не произойдет. То есть в этом смысле поддержка, конечно, есть и, в общем, довольно всеобщая, несмотря на Словакию и Венгрию. Но при этом, возвращаясь к статье Washington Post, как-то реальность тоже теперь уже, поскольку нереальность не сложилась, то реальность тоже нужно каким-то образом теперь, что называется, озвучивать. То есть нужно о ней говорить, как-то обсуждать и искать план «Б», потому что плана «Б» ни у кого нет. –
Вот плана «Б» ни у кого нет, как сказала Нина, а целиком наш разговор еще, где мы продолжаем обсуждать и Турцию, и Таджикистан, и отношения Таджикистана с Россией, и в целом отношения к Украине в регионе, можно будет посмотреть на канале Breakfast Show, целиком это будет опубликовано. Там же мы еще пытаемся вспомнить вот ту поговорку, где «раззудись плечо», и что-то там еще с рукой происходит. Вместе с Ниной Хрущевой. С Ниной Хрущевой мы это вспоминаем. Но я специально не стала даже гуглить, что это за, вот, как, что это за поговорка вот, про «разудись плечо». Мы там вместе это с ней обсуждаем. Пожалуйста, если вы посмотрите, только напишите. Неправильные ответы. Только неправильные ответы идем. Туда, пожалуйста, в комментарии. Вот, ну, разговор полностью будет опубликован на канале. Ну, а мы переходим к другим новостям. Накануне стало известно, что более 3000 бывших бойцов ЧВК «Вагнера» вступят, куда бы вы думали, в чеченский «Ахмат». Об этом рассказал Рамзан Кадыров. По его словам, Минобороны уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения Росгвардии. Вот так вот были парамилитарис, стали военными штатными. Да? Милитарис. Эту тему мы обсудим со специальным корреспондентом русской службы BBC Ильей Барабановым. Илья, доброе утро. Здравствуйте. Да, доброе утро, коллеги. Илья, ну, перед началом нужно сказать, что Илья много лет уже, да, пишет про ЧВК «Вагнер», и недавно вышла книга в соавторстве с журналистом-расследователем Денисом Коротковым, она называется «Наш бизнес – это смерть». Мы об этом поговорим во второй части. Давай сначала о том, что произошло. Как ты думаешь, зачем это было сделано? Вот, да, перевод в «Ахмат». Ну, смотрите, коллеги, на самом деле надо понимать, что пока никакого перевода в «Ахмат» не произошло. Пока мы имеем дело такой с продолжающей пиар-операцией чеченского руководства. Уже там несколько месяцев назад они первый раз заявляли о том, что сотни, значит, бойцов «Вагнера» переходят в «Ахмат». И тогда выяснилось, что это там буквально один бойфренд от одной прокремлевской журналистки перешел. Сейчас они заявляют о переход нескольких тысяч в «Ахмат», но на самом деле мы видим, что, ну, действительно, там Ратибор Александр Кузнецов был одним из таких достаточно заметных и знаковых для «Вагнера» командиров. Но то, что он согласился, скажем так, принять, там, не знаю, финансовые условия, предложенные ему чеченской администрацией, вовсе не означает, что вслед за ним, правда, там какие-то 3000 куда-то проследуют. Чем скепсисом пока относился ко всем этим заявлениям и понимал, что ну, сейчас такое сложное после этого ужасного теракта время. Извините, у нас немножко связь прыгает. Ты можешь повторить последнее предложение? Извини, Илья, у нас проблемы со связью. А, нет? Судя по всему, с микрофоном. Наушники. Нам подсказывает наш режиссер, Илья, что из-за наушников обычно у наших гостей, кто подключается и говорит в наушнике, проблемы. Мы, может быть, попросим тебя переподключиться, и, может быть, без наушника, то есть выключить их, и, наверное, связь станет в этот момент лучше. Так. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, Илья, нет, можно надо попросить выйти тебя выйти и зайти, да, отключиться и включиться заново, тогда, наверное, у нас связь будет получше. Мне кажется, что мы немножко даже забыли, что год назад Пригожин просто не сходил с экранов вообще. Мне кажется, что год назад это была главная тема, и он нон-стоп был на всех каналах и пропагандистских, и оппозиционных, и всех вообще, и международных тоже. Сколько его обсуждали в мире. Угу. Он не сходил он совершенно с экранов. Мне кажется, сейчас мы про это как-то немножко забыли. Но, может быть, сейчас Илья нам и расскажет, что там с ЧВК происходит в целом. Давайте попробуем. Ага, Илья, еще раз. Добрый день. Спасибо, коллеги. Надеюсь, теперь лучше связь. Да, связь сейчас отлично. Лучше. Я, когда готовился к нашей беседе, подумал, что было бы интересно узнать, кто в этой ситуации в позиции силы. Это, может быть, бывшие бойцы ЧВК «Вагнера» или Росгвардии, или Кадыров. Но, судя по тому, что ты говоришь, там, ну, пока что невозможно ответить на этот вопрос. Пока, конечно, абсолютно невозможно. Сейчас мы просто видим, как самые разные политические силы пытаются заработать разного рода политические очки, значит, на наследии Пригожина.
как в этом пытаются поучаствовать военные в лице замминобороны Юнусбека Евкурова, как в этом пытается поучаствовать Росгвардия, как в этом пытается поучаствовать Александр Григорьевич Лукашенко, как в этом пытается и активно участвует в том числе Рамзан Ахматович Кадыров. Мы видим, что как бы там и сын Пригожина пытается чуть, в какой-то мере попытаться сохранить хотя бы частично отцовскую империю, там, если не военную, то хотя бы бизнес или политологическую. Поэтому сейчас идет такой процесс феодального дробления, если можно так выразиться. Но во все эти рассказы там, и сказки про, значит, 3000 кто-то куда-то пошел, я бы очень с большим скепсисом ко всему этому относился. Подожди, давай представим ситуацию, что все-таки бойцы в какой-то момент переезжают в Чечню и каким-то образом вливаются в Ахмат. А как ты думаешь, расскажи нам про то, что происходит внутри этой группировки сейчас. Они будут в этом случае подчиняться Ахмату? Это как бы just business, кто платит, тот и заказывает музыку? Или там какая-то по-другому выстроена иерархия? Ну, смотри, во-первых, учитывая, значит, все те конфликты, которые были у Евгения Викторовича с чеченским руководством, учитывая, скажем так, довольно правую идеологию многих людей, которые состояли в этой структуре, для них, для всех уходить под Ахмат, это, что называется, в той среде зашквар. Поэтому я и не очень верю, значит, во все эти рассказы про 3000. Мы понимаем, что эти люди, на самом деле, после того ДТП, которое произошло, значит, в небе над Тверской области, в результате которого Пригожин упал на землю, действительно, многие люди оказались без работы. Сейчас им надо принимать какое-то решение, они находятся на перепутье. А там Вагнера в прежнем виде нет, и вряд ли он появится. Им надо либо подписывать контракт с Минобороны, либо уходить под Росгвардию, либо, если вдруг хорошие финансовые условия представляет генерал Абдэлаудинов, уходить под Абдэлаудинова. Поэтому люди сейчас потихонечку разбегаются. Кто-то переходит там в какие-то другие ЧВК, есть в том числе и международные структуры, которые работают на территории той же Сирии, и где, в общем, будут восприняты хорошо, если это какие-то грамотные БПЛА-специалисты, например. Поэтому тут как бы такое дробление происходит прямо сейчас. Извини, я хочу здесь уточнить. Вот мы видели в тот момент, когда Пригожина убили, как мы подозреваемся, сделаю оговорку здесь, что бойцы ЧВК Вагнера стремительно стали терять субъектность. Этот процесс завершился? Нет, конечно, не завершился. Абсолютно не завершился, потому что мы будем дальше еще смотреть по странам. Ну, смотрите, вот, например, недавнее так называемое голосование на так называемых, значит, выборах президента Российской Федерации. Что мы видим? Мы видим удивительную штуку, что, значит, неожиданно в Сирии досрочно проголосовавших, а досрочно голосуют в Сирии обычно именно как раз российские военнослужащие, вдруг становится на 500 человек больше, чем было на последних выборах. Казалось бы, в условиях там полномасштабного вторжения войны с Украиной, куда им до наращивания контингента в Сирии? И единственный логический вывод, который мы можем сделать, что, судя по всему, вот, собственно, там тусовались в Сирии эти там 500 вагнеров местных. Они приняли для себя решение, переподписали контракты, ушли под Минобороны. Таким образом, российский сирийский контингент вырос на 500 человек. Очень маленькие цифры. Когда мы говорим о странах Африки, там масштаб еще меньше. Там, где-то 150, 200, 300. Это вот такие масштабы. Поэтому, когда, значит, кто-то начинает рассказывать про там движение колонн в тысячи человек, мне от этого немножко смешно. А есть ли понимание судеб служащих, которые воевали в Украине? Известно ли, выплатили им деньги, не выплатили? Вот когда это происходило, только когда произошло это ДТП в воздухе, было непонятно, что будут с ними делать. Вернулись они, не вернулись, и что с ними сейчас происходит? Там тоже очень много повисшей ситуации, потому что мы же помним с вами, что к тому моменту, тут два месяца, как выводили их на территорию Республики Беларусь, там кто-то тусовался, кто-то продолжал находиться в Молькино. Там, Молькино сейчас вернулось под контроль Минобороны. В Беларуси какие-то люди продолжают находиться тоже до сих пор, никто этого как бы не отрицает. К
кто-то по желанию. В конце концов, там не у всех финансовый ресурс бесконечен. Переподписывается все-таки с ведомством Сергея Кузьмича Шойгу. Хотя это тоже как бы очень, как говорят в тех кругах, для них зашкварно. Кто-то ждет, когда, значит, наконец все это заработает под крышкой Росгвардии, потому что очень много ходит разговоров о том, что под зонтиком Росгвардии все же в каком-то виде ЧВК продолжит существовать. И там, окей, в Сирии там, или Ливии все ушло под Минобороны, но ходит много обсуждений, что все-таки в Мали или Центральноафриканской Республике продолжит ЧВК действовать именно как ЧВК, и это вот будет какое-то продолжение, значит, которое устроит Павел Пригожин, сын Евгения Викторовича. Но окончательной ясности ни по одному из этих проектов ни у кого до сих пор нету, поэтому... Что называется, как говорил один ваш бывший главный редактор, будем наблюдать. Давай про книгу. На прошлой неделе «Медуза», издательство «Медуза» объявило о том, что она выпускает вашу книгу, которую ты написал с Денисом Коротковым. Она называется «Наш бизнес. Смерть. Полная история ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина». Вот вы видите на экране обложку. Ты можешь вспомнить, в какой момент ты понял, что будешь делать книгу, и рассказать немного, как вы с Денисом вдвоем над ней работали? Слушай, я тебе больше могу сказать, это довольно смешная история, потому что мы придумали с Денисом писать эту книжку еще в конце 2021 года. Просто к тому моменту мы уже оба по 5-6 лет писали про этот несчастный Вагнер. Никто не допускал, в общем, в тот момент в голове всерьез, что впереди идет такая большая война. И мы просто собрались с ним как-то и подумали, что нам нужно подвести некий промежуточный итог под этим нашим, значит, творческим периодом. И обобщить все, что мы, значит, знали, знаем, собрали и изучили про Вагнер. Ну, у меня в голове была мысль, что, может быть, это там, не знаю, там, ребятам во Франции будет интересно, потому что вот все эти истории, там, Сомали, ССР, бывшие французские колонии. Мы как-то потихонечку начали над этим работать. Понятно, что 24 февраля сильно изменило и мою жизнь, и жизнь моего соавтора. Поэтому... А дальше история начала стремительно развиваться, значит, и как-то от какого-то исторического очерка стало понятно, что мы пишем буквально вот историю того, что происходит сейчас, вплоть до там, упомянутого ДТП в небе на Тверской области. Было непонятно, на чем книгу заканчивать, но тут Владимир Владимирович нам подарил оконцовку для этой... Развязку, да, развязка стала... Да. Так, да, драматически выверены. Я недавно был на конференции журналистской в Италии, и там, значит, сначала иронизировали над американскими журналистами, такая была кепка с надписью «Не у каждого журналиста должен быть свой подкаст», на что итальянцы ответили: «У нас другое, у нас все книги пишут». Но мы иронизировали, конечно, это большая удача и большой труд, что журналисты пишут книги на те темы, которые многие годы исследуют. Скажи, а вот в книге есть что-то такое, чего еще не было в СМИ? Очень много такого, чего не было в СМИ. Во-первых, огромное количество документов, которые раньше не публиковались. А во-вторых, иное количество интервью, разговоров с некоторыми источниками, с некоторыми наемниками. Там на самом деле все писалось... То есть, нет, конечно, какие-то старые материалы использовались, ну, потому что грех не использовать, если что-то уже было хорошее написано. Но книга писалась абсолютно с нуля, поэтому там... Большая часть — это довольно эксклюзивные материалы. Поэтому, да, там читатели, я думаю, много всего интересного там найдут. Я, насколько я знаю, вот она прямо чуть ли не сегодня должна ехать из типографии, и в ближайшие дни «Медуза» обещает, что они появятся в магазинах. Я на прошлой неделе сделал предзаказ, мне пришло письмо, мол, все нормально, вы в очереди, но нужно еще немножко подождать, вот, видимо, скоро приедет книга, как вот только из типографии она выйдет. Про книгу еще хотела спросить, про какие-то выводы неожиданные вы для себя сделали, главные какие-то выводы про ЧВК «Вагнер» и вообще про ЧВК в целом, учитывая, что было вот много информации, не опубликовавшейся раньше? Ну, конечно. И, собственно, главный вывод, который тут может быть, что это с самого начала до сих пор и даже сейчас остается одной огромной, большой пиар-историей, которую в свое время выдумал Евгений Викторович. Он умудрился создать огромный миф
про некую, значит, там легендарнейшую частную армию. А по сути мы видим, что, в общем, никаких больших успехов нигде добиться в этой армии он так и не смог. Получается, да, что теперь только читать, заказывать, предзаказывать и читать книгу. И там мы узнаем все вопросы. Где купить? Где купить? Я знаю, что в ближайшие дни должно появиться во всех русскоязычных рижских книжных магазинах, но я надеюсь, что и во всех русскоязычных книжных магазинах в Европе и других странах она тоже появится в ближайшие дни. Все, друзья, мы заходим на сайт и проверяем книжный магазин, и, возможно, там уже в ближайшие дни и действительно можно найти эту книгу. Илья, спасибо огромное. С нами был корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов, автор книги про ЧВК Вагнера. Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд, но у нас на очереди одна из моих самых любимых рубрик. Да, моя любимая рубрика «Кукуха». Да, вот у нас коллеги шутят. Надеюсь, мы правильную заставку поставили, а то, мол, вдруг кукуха была бы. Нет-нет, Александра, расскажи еще, что произошло. Дело в том, что мы не успели с Ниной Хрущевой вчера обсудить, потому что мы записывали наш разговор вчера, и прямо во время разговора пришла новость. Прямо во время разговора пришла новость, что «Вашингтон-Пост» опубликовал статью, согласно которой Трамп собирается в случае прихода к власти закончить войну в 24 часа, и каким образом он собирается это сделать? Он хочет вынудить Украину отдать России часть собственной территории, то именно отдать Крым и отдать Донбасс. Вот таким образом Дональд Трамп видит окончание войны. Вот так такой репортаж «Вашингтон-Пост» опубликовали, и стали известны вот эти подробности. Оказывается, в ноябре еще, во время встречи в фонде наследия Heritage Foundation, а любой человек, кто следит за американской политикой, знает, что там, где Heritage Foundation, там и запрет абортов, и ограничения для LGBTQ-комьюнити, и золотые библии, просто все обложились золотыми библиями, с ними ходят. Подожди, нет, не отпущу тебя. В смысле золотые библии? Трамп продает библии теперь так, для того, чтобы получить деньги на свою предвыборную кампанию, и они с золотым таким вот золотой обложкой. Нет, я уж подумал, что она прям как-то... Не настолько, но это следующий этап, я так думаю. Хорошо. Но в любом случае... у Трампа есть вот этот вот план мирного урегулирования, как он говорит. Он считает, согласно репортажу «Вашингтон-Пост», что большое количество людей в Украине будут не против вернуться в состав России, как он говорит, вернуться, то есть снова стать частью России, как считает Дональд Трамп. Ну и вот это обезопасит таким образом США, потому что в действительности, если прочитать эту статью, там половина внимание уделяется Китаю. Китай волнует Дональда Трампа. Украина Дональда Трампа не волнует совершенно. Его волнует, чтобы Россия не сближалась с Китаем. И вот Трамп считает, что таким образом он обезопасит США, что это в национальных интересах США, ну, как-то успокоить Россию, отдалить ее от Китая, как только возможно. Нужно помнить, что торговая война с Китаем была именно в президентство Трампа. Ну и вот, а Украина, что там с Украиной, это уже как-то не важно. Надо сказать, что Линдзи Грэм, республиканец, очень известный республиканец из Конгресса, там в этой статье говорит о том, что он 100% своего времени в разговоре с Трампом, он 100% времени тратит на то, чтобы объяснить, зачем нужна помощь Украине, и как это важно, и что США должны помогать Украине. А еще я хочу обратить... Подожди, 100% тратит... времени. И ничего не получается. Угу. И ничего не получается. И кажется, что Трамп не слышит никого, кроме своих ближайших сторонников, которые только с ним соглашаются. Голоса в голове его есть. Это мы не знаем. Извините. Да, это мы не знаем. Это мы узнаем, когда будут доктора осматривать, как всегда делают, всегда осматривают перед выборами и так далее. Но я еще хочу обратить внимание на то, что это уже статья, которая в The Hill вышла, угу, в менее известном источнике, но такой профессионально сконцентрированный именно на Конгрессе и на Палате представителей и на Сенате. Они опубликовали сегодня ночью информацию о том, что председатель комитета по разведке
Республики, Палаты представителей Майк Тёрнер, я обращу внимание, он республиканец из Огайо, республиканец. Это вот его цитата. «Абсолютная правда, что российская пропаганда распространилась в Конгрессе США». Это говорит председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец, я подчеркиваю это 10 раз. Об этом же высказывался еще один республиканец некоторое время назад, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, республиканец из Техаса. Это я снова подчеркиваю. О, это уже его цитата. Российская пропаганда пробралась в Соединенные Штаты. К сожалению, она заразила значительную часть базы моей партии, то есть базы республиканской партии. И в этой статье The Hill говорится о том, что непосредственно из России предпринимаются попытки завуалировать некоторые сообщения антиукраинского и пророссийского характера, некоторые, которые можно услышать, некоторые из них можно услышать на заседаниях Палаты представителей США. Скажи мне, я вот здесь не понимаю, то есть это российская пропаганда настолько хорошо поработала или что-то сломалось? Ломалась в каких-то процессах, в как-то процедуре принятия решений в Конгрессе? Судя по всему, после попыток вмешательства в выборы 2016-2020 года российские, я не уверена насчет пропаганды, спецслужбы скорее поняли, каким образом работать с американскими избирателями через политиков и через кого можно работать в Конгрессе. То есть с кем нужно там общаться в первую очередь. Судя по всему, вот и в том числе Heritage Foundation, тоже вот этот вот фонд, который такой консервативный, право-толка фонд, который собирает деньги для кандидатов-республиканцев. На встречах этого фонда также могут присутствовать разные люди. И вот какие-то идеи проводить, и какие-то идеи вот в голову закладывать американским политикам в том числе. Поэтому это вообще ситуация серьезная. Об этом пишет и Washington Post, и The Hill сегодня об этом написал, что и уже республиканцы из республиканской партии осознают опасность и сложность вообще этой ситуации и говорят о том, что им нужно убедиться в том, что никакого влияния на американские выборы это не окажет. Но как в этом убедиться, совершенно непонятно. Тоже там же они говорят о том, что все труднее говорить о том, что это война России с Украиной, это война в целом авторитаризма с демократией. А об этом же говорит, в общем-то, Путин. С коллективным Западом же воюет он все время. Да, и последний, может быть, в этой части вопрос. Каким образом, как ты видишь, ситуация с шансами Трампа выиграть меняется в связи с вот этим последним событием и с критикой внутри партии? Внутри партии его действительно очень сильно критикуют, но такое ощущение, что его советники были к этому как будто бы готовы. И не случайно Truth Media опубликовали вот этот сериал документальный, точнее, они опубликовали только первую серию, и этот сериал, вот мы с Ниной Хрущевой про это говорили, сериал будет выходить вплоть до американских выборов, он будет выходить до октября, по две серии в месяц. И что там будет обсуждаться? Вот Нина в нашем разговоре немножко предположила что-то, о чем они будут говорить, но явно это компания, подготовленная командой Трампа, и они особенно не боятся, они не волнуются, они не боятся, что их так сильно критикуют, республиканская партия. Но и республиканская партия, судя по всему, отдает себе отчет в том, что происходит, и тоже будет сейчас что-то делать в противовес. Ну, Трамп все-таки действительно очень сильную команду подобрал, и очень, они очень сильно выступают. Не знаю, как дальше это будет происходить, но в плане Украины они сейчас на коне. Спасибо, Александра. Давайте еще раз посмотрим заставку прекрасной рубрики, ну и будем уже к новой теме переходить. Накануне вечером государственные каналы распространили видео, это допрос подозреваемых в теракте в Крокусе, и они там говорят про украинский след. Причем запись была одна и та же, и люди, вот эти подозреваемые, рассказывают, что действительно они должны были поехать в Украину, пересечь границу, там для них целое как бы отрезок этой границы разминировали. Окно, да. И там им должны были дать 1 миллион рублей. Да, все на это обратили внимание, как это в Украине дать 1 миллион рублей. Зачем же, зачем? Вот эту ситуацию мы обсудим с журналистом Ильей Шепелиным. Илья, добрый день. Должны были передать доброе утро, наверное, еще даже в каких-то местах. Привет, друзья. Должны были передать по 1 миллиону рублей. Да, так да. Что
Не надо, то есть, я не знаю, перевели ли вы это в гривну, может быть, это уже получается какая-то кругленькая сумма на четверых, но так по миллиону вроде как им пообещали, и вот, наконец-то, спустя 2 недели они после пыток и так далее дали нужные показания. А вот что за показания они дали, что рассказали на Первом канале и на России? Ну, это пленка, которую передали ФСБшники, мы понимаем, ну, ты правильно сказал, что, да, 2 недели, мы не знаем, что с ними делали 2 недели, можем только предположить с высокой долей вероятности. Ну, в смысле, первые дни мы видели, что с ними происходит, по крайней мере, с точки зрения воздействия, и поэтому дальнейший вопрос, насколько можно доверять людям, которые собирают, значит, проводят следственные действия, а при этом у них начальство уже вовсю с самого начала говорит, что это Украина за этим всем стоит. При этом мы видим, как выглядят те, как выглядели, по крайней мере, в первые 3 дня те, кто давали показания, вот, собственно, подозреваемые в этом террористическом акте. Вот, дальше возникают вопросы. Ну, вот можно было и со звуком посмотреть. Вы сейчас видите кадры из сюжета. Это Первый канал, собственно, показывал. Да, ну, все каналы вчера это показали, и у Дмитрия Киселева был про этот сюжет, и там есть какое-то в целом обобщение по этой всей теме. Во-первых, вот неделю назад смеялись, значит, над человеком, который сказал, что микрочипы были вживлены в голову террористам, чтобы они совершали теракт. А вот это уже данные следствия, ну, не про чипы, а про то, что они были под воздействием наркотических средств для того, чтобы не чувствовать страха, и вот что-то такое, что у них, значит, адреналин прокачивало в крови, поэтому они так хладнокровно все исполнили. Это вот тоже результаты следствия, по крайней мере, про которые нам говорят. А вот люди, которых можно было бы послушать на самом деле, потому что это отрывистые показания, там, монтажные склейки где-то по 5-7 секунд, ну, они действительно не очень хорошо говорят по-русски, но человек, который известен расследователям под именем Абдуллах, и сейчас скажу, как его зовут, соответственно, Фаридуни, вот он как раз похоже, что с видеосуфлера читает текст, который произносится, потому что он смотрит прямо в камеру и без отрыва, собственно, он как бы не разговаривает со следователем, еще что-то такое. Ну, не, возможно, он это наговорил, и так как он плохо говорит по-русски, ему подготовили его же текст, Давай посмотрим кусочек, небольшой кусочек. Можем посмотреть, давайте. Эфир, да. Какие были у вашей группы планы после теракта? Вам кто давал указания? Сайфер. В новых опубликованных ФСБ фрагментах допросов... Угу. Ну вот так вот, да, вот так это выглядело. Да, ну и там все четверо дают показания, и все говорят про Украину, все говорят про Киев, но, по крайней мере, что им двигаться следовало в ту сторону, потому что вообще-то это тоже был такой, ну и, наверное, остается, да, то есть я не знаю, насколько достоверны показания этих людей, теперь любые могут восприниматься. Значит, это то, на чем Путин, по крайней мере, настаивал с самого начала, дескать, террористы ехали в сторону Украины, поэтому они связаны с Украиной. Ну вот, соответственно, они теперь своими словами сказали, потому что до этого там была неразбериха, а может быть, они все-таки границы с Белоруссией ехали, и Лукашенко, и посол Беларуси в Москве говорили, да, они ехали в сторону Белоруссии, и мы помогли, наши пограничники помогли, значит, им этого не сделать. Вот. Ну, теперь настаивают все-таки на версии с Украины. Ну, они действительно были ближе, по крайней мере, на той трассе, где вроде как их задержали, она в сторону Украины идет, по крайней мере. Ну, и вот они сами говорят, ну, через 2 недели все-таки говорят, что, значит, уезжайте в сторону Киева, им сказал координатор. Вот. И, соответственно, они туда поехали, где их ждала расплата соответствующая. В сюжетах также без подробностей сообщается, что, ну, в смысле, неизвестно, откуда это взято, но, значит, украинцы разминировали дорогу со своей стороны. Правда, вот я не очень понял, на самом деле, да, потому что якобы со стороны, ну, вот на украинской территории уже со стороны вот этой трассы была разминирована дорога, вот, по которой они должны были проехать. Вот в сюжете Первого канала говорится, что они собирались выйти у границы с Россией и дальше идти пешком. Вот, то есть, как это связано, не очень понимаю. Вот, ну, то есть, там есть противоречия между сюжетами, которые были даны, но вот, возможно, не хватает какой-то единой
методички по этому поводу. Также интересно, что тут. Значит, все дороги вроде как ведут в Украину, но там есть какие-то подробности, которые, ну, наверное, они действительно были собраны следствием. Например, в сюжете Первого канала говорится о том, что двое боевиков готовились к этому теракту в Турции. Вот. И там был лагерь какой-то специальный. Но этот лагерь был ликвидирован через два дня после теракта. Вот. То есть, а почему тогда не подумают, что это в Турции, значит, организован теракт? Нет, значит, все это связано с Украиной. Это, во-первых. Во-вторых, значит, найден координатор, который, ну, которого зовут Сайфуло, и который вроде как переводил деньги, то есть он имел такую возможность. Он почему-то после теракта никуда не уехал, его задержали, и тоже вот он не очень похож на украинца, этот Сайфуло, надо сказать. Но тем не менее, да, то есть единственные вещи, которые можно тут подогнать, их, значит, на них настаивают, а все остальные говорятся в проброс про участие других каких-то регионов и так далее. Ну и, конечно, очень смешной эпизод – это с фотографиями, которые были найдены на телефонах. Вы их видели или нет, скажите, пожалуйста? Мы их видели сейчас с украинским флагом. Дай нам немножко времени, мы сейчас постараемся их показать. Да, давайте, значит, можете у Марка Крутого, корреспондента «Радио Свободы», их найти в, значит, или давайте я вам сейчас скину, потому что там самое, ну, во-первых, там нашли открытку с, значит, русским военным кораблем, который должен пойти по одному направлению, и якобы эту открытку хранили у себя в телефоне террористы, а также фотографии, ну, вот, которые, значит, из фотобанков просто украинских, да, то есть где человек там позирует с флагом, там не видно его лица, видно, как вот он держит украинский флаг, и на нем цепочка с трезубом. Вот, да, эта фотография, разумеется, из фотобанка, еще одна фотография – это захваченный российский танк, на котором висит украинский флаг. Это вот фотография 2022 года. Что должны доказывать эти фотографии, тоже решительно непонятно, но вот как-то это связано с Украиной, и вот, собственно, вы видите, да, вверху это кадр, который был показан в эфире Первого канала, вот, и он взят просто из фотобанка, то есть это какие-то стандартные обои или еще что-то, что используется для пресс-релизов каких-то украинских стороны и так далее. Ну вот, возможно, террористы сами готовились составить свой пресс-релиз красиво с, значит, заголовком, с оформлением, и вот с этой фотографией тоже куда-то переслать. Но вот у них не получилось. Ну вот Сайфуло, единственное, на «о» заканчивается. Если бы это была фамилия, то можно было бы с Украиной как-то связать. Я как Филипенко, я вот могу сказать, что хотя бы так. Ну да, да, наверняка к нему так и обращались, значит. Ну что, Сайфуло, ну что ты там, да? Давай коротко обсудим еще одну тему. Вчера, накануне, пропагандисты собрались в одном месте. На шабаш. На шабаш, да. Там были представители, авторы контента на YouTube, не только YouTube. Им вручили премию «Феникс». Ну, то есть, такое-то премия Рунета, но для курильщика. Там был, значит, получил награды Лебедев, Мария Захарова, Вован Лексус, Дмитрий Пучков Гоблин и так далее. В общем, раздали своим. Видел ли ты фотографии? Что ты по этому поводу думаешь? Фотографии, конечно, я даже... Там... Ваш продюсер сказал, что вы хотите очень это обсудить. Я перед эфиром полистал 3 минуты. Во-первых, мне надо сказать, что эта премия организована конкретной площадкой Рутуб, вот, которую делает Газпром Медиа, и это... Они, так сказать, отмечают свой триумф, и это особенно забавно, да, потому что что такое триумф в рамках Рутюба, да, то есть вот они говорят, что все эти каналы, которые были вот заблокированы на Ютубе, они возродились на их площадке, ну вот можем посмотреть, у МИДа, значит, 17 тысяч подписчиков. У Артемия Лебедева последние видосы, которые он выкладывал, ну, у них по 3 тысячи просмотров, ну и у одного
300 лайков, у другого 200. Вот это, ну, не, под, там хотя бы подписчиков у него. Ну, с чего-то же надо начинать, ну что ты сразу? Чего-то надо начинать, да, всего лишь он там полтора года назад зарегистрировался на этой площадке, и вот, может быть, дорастет как-то до цифр выше и так далее. То есть и так не очень понятно, на самом деле, как там счетчики работают, ну, может быть, честно, ну, вот даже честно там показывают, да, по 2500 просмотров у Артемия Лебедева. Ну, правда, тоже забавно, он получил эту премию как за возрождение на Рутюбе, но у него он просто работает на ВК, и он там выкладывает как бы контент эксклюзивный, и потом, спохватываясь недельки через две, он вспоминает, ну или там его менеджер вспоминает, что нужно загрузить это на Рутюб. Ну и, соответственно, там это уже совсем никому не нужно. Но вот это считается возрождением. А к чему была приурочена вчерашняя премия? Премия была приурочена вчера к 30-летию, да, 30-летию Рунета, которая случилась как раз на днях. И речь вчера произносил в начале церемонии, в открытии, господин Жаров, это сейчас президент «Газпром-медиа», да, который владеет и НТВ, и ТНТ, и так далее, вот этим холдингом, да. Ну и Рутюб сюда тоже, соответственно, входит. Но до этого Жаров — это многолетний просто цензор на площадке Роскомнадзора, ну, площадке в ведомстве Роскомнадзора. И мне очень понравилось, что вот он говорит, что индустрию Рунета пытались отменить, но ничего не получилось. И я, наверное, он про свое ведомство так пытается говорить, которое больше всего заблокировало российских сайтов, российских производителей, ну, в смысле, прошлое ведомство, да, Роскомнадзор, которое куда больше, чем YouTube или кто-либо еще за последние два года заблокировал российских производителей контента. И это, конечно, насмехательство, что эту чудовищную площадку, которая называется Рутюб, это просто распилочная государственных денег. Ее возглавляет человек, который больше всего приложил, ну, просто как функционер, руку к блокировке российского контента и российского контента для российского зрителя, то есть для которого он больше всего востребован. И теперь вот он, значит, на эти деньги проводит премию в честь 30-летия Рунета. Ну, большое спасибо, это замечательно, конечно, выглядит все. Да, в параллельной вселенной Антон Носик должен был бы вообще вести эту премию, но там в той параллельной вселенной ни войны, ни аннексии Крыма, ничего этого нету. Илья, спасибо. Да, спасибо огромное. Говорим тебе и призываем зрителей подписываться на телеграм-канал Ильи Пелевина, смотреть его программу, YouTube-канал. Спасибо огромное, там всегда очень интересно. А в завершении программы, перед тем, как у нас будет специальная, волшебная, интересная запись, ну, так скажем, заинтригуем, две важные новости. Первое, ну, вот мы, поскольку в Литве находимся, сегодня утром стало известно, что две ночи подряд, в ночь субботы с субботы на воскресенье и сегодня ночью с воскресенья на понедельник, неизвестные бросали коктейли Молотова в посольство России в Вильнюсе. Кто это сделал, неизвестно, полиция проводит проверку. Вот такая новость. Ну и, наверное, мы вернемся к главной теме этого выпуска. Это наводнение в Оренбургской области. Мэр Оренбурга заявил, что наводнение в областном центре ожидается беспрецедентное. Такой большой воды город не видел давно. В 1942 году максимальная отметка была 946 сантиметров. На утро понедельника 872 сантиметра. И еще, как мы уже неоднократно говорили, пик ожидается только через два дня. РИА Новости дают цифру: более 10 тысяч домов остаются подтопленными в Оренбургской области. Издание Орск.ру, здесь цифра такая, сейчас я найду ее. В самом Орске это более 6,5 тысяч домов. Самая сложная ситуация в одном из районов, называется он Советский. Ну и мэр города вот сейчас как-то объезжает разные районы, говорит с жителями, уговаривает их эвакуироваться, не все сразу соглашаются. Да, пожалуйста, будьте осторожны, если вы в Оренбургской области, следите за всеми обновлениями и сообщайте тоже всем вашим друзьям и знакомым, если вы что-то узнаете, для того, чтобы обезопасить всех. Ну и теперь к нашей неожиданной неожиданному части. Пастишку. Да, давай. Совершенно расскажи. Неожиданный. В Рочестер, в городе Рочестер, в штате Нью-Йорк. Это находится
тот самый наш Дмитрий Львович Быков, великий. И это единственная точка в США, именно этот город, где ожидается полное солнечное затмение на максимально длинный срок. И студенты попросили Дмитрия Львовича написать колонку в газету, но он написал стихотворение, стихотворение на английском языке, в том числе и про город Рочестер, и про затмение, и про университет. А это университет, там 8 лауреатов Нобелевской премии, выпускники, 23 лауреата Пульцеровской премии. То есть это один из лучших американских университетов. И, конечно, про затмение, которое затмило всех совершенно. Но я хочу сделать один дисклеймер. Дмитрий Львович читает на английском языке, поскольку он пишет на английском языке в том числе. А вот подстрочник пришлось делать такой автоперевод аккуратненький. Поэтому вы, главное, про смысл, а читайте лучше оригинал на английском. Дмитрий Львович, расскажите, да, как у вас там идет подготовка к лунному к солнечному затмению? Навстречу затмению, как в свое время навстречу съезду КПСС, все мероприятия в городе, естественно, заточены под главное астрономическое событие года. Ну, дело в том, что не во всех городах Америки, скажем прямо, затмение будет полным. Рочестер, скромный университетский город, недалеко от канадской границы, один из тех, где оно будет предельно полным, порядка 80 с лишним процентов. Поэтому у нас, естественно, ажиотаж. Ко мне вписались 3 гостя на это время, всем интересно. Всем рекомендовали запастись едой, потому что наплыв туристов в Рочестере колоссальный, город такого не помнит. Ну и меня студенты мои попросили написать колонку об этом событии. Я решил написать стишок, потому что в рифму мне проще. Американцам этот стишок нравится. Не нравится он русским. Мне сразу стали говорить, что я ошибся и насчет астрономии, много где еще его видно. И главное, у меня большие пороки с английским языком. Американцев мой английский устраивает, а вот русских нет. Артикли у меня не те. Слова я употребляю не те, скажем, «таксист» вместо «кэбис», хотя я там и пишу, что я русский, мне, естественно, так говорить. Ну, в общем, сейчас, когда я это вслух прочту, вам еще обязательно напишу, что у меня произношение очень плохое. Дело в том, что русские же, так как тотально униженные люди, они все время пытаются вас вывести за чужой счет. Поэтому, ребят, я вам всем заранее говорю, вы гораздо лучше меня пишете стихи по-английски, вы гораздо лучше меня говорите по-английски и гораздо лучше меня разбираетесь в астрономии. Единственная проблема в том, что в результате писать все это и преподавать здесь приходится мне. Я понимаю, что вы справились бы гораздо лучше. Как только меня спросят об идеальной кандидатуре, я всех вас назову. Но пока профессором в Рочестере являюсь я. Подождите секунду, Дмитрий Львович, знаете, в чем дело? Да. Я был уверен, что это стихотворение на русском языке. Дело в том, но по-английски, Саша. Да-да, Facebook скотина, он же показывается в автоматическом переводе сразу. Вот, и я прочитал отличное стихотворение, кстати. Отличное стихотворение, но оно по-английски. Кстати, да, говоря, переводится оно тоже без всяких проблем, я проверил. Я вам прочту его по-английски, ничего не пойдет. Отлично. Потому что я привык писать рифму. А кто захочет по-русски, может пойти в Facebook Дмитрия Львовича, и вам Facebook. Может пойти в Facebook и предложить русские варианты, да. Кроме того, любой, кто хочет на мое место, хотя вряд ли вас привлечет такое провинциальное место в университете, но любой, кто хочет место меня писать и преподавать, моя вакансия абсолютно открыта. Да. Our city is crazy about eclipse. The taxists and barmen are waiting for tips. The students are full of emotions. The tourists are flying from south and north, from Pittsburgh, Toronto, New York, so forth, from both surrounding oceans. Our city is famous and known by each for its university, ancient and rich, for gardening, fishing and mothing, for lilac, which crazily fragrance in May and is celebrated by special day, but honestly speaking, by nothing. Our city is tired of loud events, of industry, chemistry, factories, plants, and no celebrities in it. We're quiet, abstaining of vanity race, but now we shall be the only place where sun disappears for a minute.
Eclipse is a breaking of daily routine. It's equally shocking for old men and teen. The toddlers are crying aloud. The ravens are silent. The rabbits are still. And maybe this shock is a reason to feel not only happy, but proud for all our wavering crowd. I rushed from the country of desecrate fame, of self-adoration and diminished shame. I sleeplessly cry into caution. I'm Russian professor, relatively bright, without a minimal reason for pride of being half Jewish, half Russian. I'm Russian for all the colleagues to blame, who's putting his brothers and kins into flame, who's timid in all conversations, who is in a habit of quiet behave, not only like servant, but even a slave, whose honestly virtue is patience. But now, like Rochester, city in fall, I'm listening something like desperate call of pride, motivation, and fever, like rocket intruding the airy space, because in eviction I present this space with where sun disappeared forever. И действительно, солнце ушло навеки кое-где. А Дмитрия Львовича слушайте на всех языках, пожалуйста, на всех языках. All right, Максим? All right. Okay, so thank you very much. And you can press a like button now. Можно поставить лайки. Please. Please. Дмитрию Львовичу тоже, пожалуйста, поставьте лайки. И Саше Плющеву, который с ним поговорил. И отдельно Саше лайк, я думаю, еще огромный можно поставить, потому что мы всегда хотим его видеть в эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на Breakfast Show и на всю нашу большую команду. Описание в... То, как подписаться, в описании к трансляции. Спасибо. Все. Будем с вами прощаться. С вами была авторка и ведущая подкаста. Коллективный Запад. Да, я знаю. Коллективный Запад. Два раза сказали. Коллективный Запад. И прекрасный, великолепный журналист 7 на 7 Максим Поляков. До встречи через несколько дней. Пока.